Ну что, друзья, всем здравствуйте, Your Body Hit и Культ сегодня у микрофонов. Будем смотреть сегодня Luna Gaming против Illicit Team. Да, важный матч для обеих команд. Жесточайшее противостояние матча на вылет, соответственно. Ну, не прям на вылет. Но, насколько я понимаю, кто-то может покинуть турнир. Ну, если Illicit выиграют, то да, Луна, да. Да. Луна все. Поэтому матч очень важный. Что по пикам? Мне нравится, в принципе, лунный гейминг пик, но вот меня беспокоит, что может не хватить урона пробить. То есть, если морф не будет очень большим, то, мне кажется, Войт очень себя вальяжно будет чувствовать. Ну, слушай, ну, я скажу, как и прежде. Омник в пике. Все, я верю в эту команду абсолютно точно, потому что этот герой в этом патче мне настолько сильно нравится, настолько он силен, очень многое он делает. Для четвертой позиции, а это четвертая, нет, пятерка. Это пятерка. Да даже на пятерке, на самом деле, очень жирный герой, которого, ну, сложно убивать. Он не, на линии он стал поприятнее, он теперь хотя бы так сильный лейнер. Так он и по ходу игры сильнее. Да вот я не знаю, а почему диспелы не берут против Омника? У него же диспелится все. Вот это вопрос. Ну, не хочешь есть... ты в пятерку брать героев, как-то его закрывать? Ну как, не знаю, почему нельзя диспелы же, это не единственная функция героя, правильно? Вот какой-то Оракл, может быть, он и Биас, ну, кстати, ними, ты подсейвил. Да, Оракл вот был тролль мне, опять же, очень нравится. Я помню, патч-то как бы, конечно, меняется, но тролль остался таким, каким и был, и на линию он сильный. И если этот аганим купить, он сразу диспелит Омнику все. Дазл в мете, тролль под дазлом, это хорошо. То есть под крестом всегда или ульт жмет, или еще что-то. Ну, вот, кстати, смотри, ты говоришь, что все-таки на морфа вроде как мало урона. Как по мне, урона... более чем достаточно. Ой, ты ж не, на Вайда ты сказал, что мало урона. Да. То есть, нет, на одну цель его может и достаточно. Но тут есть и Войд, которого надо дамажить, и его желательно еще за станы как бы убить, потому что таймволк и все. Есть Primal Beast, очень плотный герой. Ну, Пак не самый плотный, но его еще надо подцепить. А цеплять его, как, ну, земли он может увернуться, от Ванши он очень легко уворачивается. То есть тоже могут проблемы быть. Для Пака, мне кажется, игра вот как раз хорошая. Ну, не знаю, как по мне, все-таки это земелье, которое сейчас очень, ну, бафнули этого героя, поэтому очень силен герой, плюс еще и Омник тот же самый, который в этой мете достаточно силен, поэтому все-таки я, наверное, поверю на первой катке именно в Луна Гейминг. Гейминг. Ну, посмотрим, тут интересно может быть. Еще, знаешь, у меня есть такая небольшая личная статистика, так, что вот сейчас почему-то Войд слаб. Хотя, казалось бы, арканы на него вот вывалили, да? И, ну, не сказать, что он прям слабый герой. Но если на линии у него начинается все плохо, а, как правило, так оно и бывает на самом деле, то по ходу игры сложно найти себя, найти шмотки по темпу, как-то герой не успевает. Вот сколько матчей я смотрел, вот такое очень часто происходит. Понятное дело, что от исполнения очень много зависит. Ну, будем смотреть. Слушай, профессиональные команды очень рейтят Вайда, то есть его сейчас берут прямо в первой стадии, и даже не добирая в купол каких-то очевидных комбинаций, там ни Снэпфайр, например, нету, или Сит, ничего такого, только Худвинг может подстрелить. То есть настолько рейтят, что даже дэмэдж в купол как будто бы не обязателен. То есть может просто лейт секьюрит он, то есть в лейте против Вайда ты почти никогда не хочешь играть, когда у него уже и шмотки, и там две хроносферы какие-нибудь, это попробуй переживи. Ну тоже верно, на самом деле. Время покажет, как говорится. Тем временем у нас получается Морф вместе с Морф, Омник, да, против Primal Beast, Худвинг. На самом деле неплохая линия в том плане, что Морфу здесь вообще, мне кажется, бояться нечего, потому что любая попытка выйти на Морфа, как-то забрать его, она сразу же будет пресекаться абсолютно точно. Ну, мне кажется, они могут и на Умнинайт нападать. А ему тоже вообще по боку. Ну, как посмотреть, урона там много. Ну, кстати, про землю ты сказал, тоже я согласен. Герой, мне кажется, сильный, но он как-то подвыпал просто из меты. Нашли каких-то Тини, Марси, да, четверок, которые как будто бы посильнее смотрелись. Но я думаю, что при должном исполнении земля может очень много делать. Ну, смотри, вот он Омник, который вот он по КД накидывает второй скилл своему кэрри-герою. Получается, он и сам, и Морфлинг, они постоянно находятся под регеном. Он может постоянно размениваться с этой белочкой. Хотя, конечно, неприятно стоять против дальника, будучи ближником. Но все равно, будь это какой-то любой другой герой, вот так вот вместе вот с этой белкой стоять и пытаться драться не получалось бы. Нет, спору нет. Омник герой сейчас сильный, очевидно. То есть хорошо, он и линию секьюрит, и по игре он полезный. И может и выиграть эту линию, если ситуация позволяет через молоточек. Ой, как далеко Гонгов здесь уже заходит, смотри уже. Да, под Т2 душит этого пака.
Так, ну, кстати, вот она попытка выйти на Омника, кстати, возможно, получится. Да, и Курьера убьют еще. Приятно. И неожиданно, на самом деле. Хватает пока что урона на него, но это, мне кажется, все с уровнем. Блин, мне кажется, ты недооцениваешь прямо убийство, он же там так топчет. А его остановить на этой линии нечем. Ну, в плане станов никаких не имеется, замедлений нет. Ну, знаешь, меня тоже можно понять. Все матчи, которые я видел с Primal Beast'ом, они как-то неудачные. Знаешь, что это Primal Beast, который 0-10. Еще минутка статистики. Ты говорил, что есть личная статистика, есть публичная. Что тьма последнее время не проигрывает. Да, такое тоже имеется, но посмотрим. Возможно, сейчас прервут стрик. Луна Гейминг, просто видишь, я думаю, что ребята из Луна Гейминг должны в этой игре собраться и показать прям свой максимум. Ну, для Лисит тоже очень важный матч. Они, ну, я, как бы, мне кажется, что верхнюю сетку всегда очень хочешь выходить, если есть возможность. Так, а тут, кстати, Дазл убивает время, разменчик на земелю. Ну, это, наверное, даже в плюс войду. Да. Он соло-эксп получил. Еще пробил немножко баньшу. Стики он себе купил, они заряжаются. По крипстату как у нас? Неплохо все стоят. Да, довольно ровно. Ну, Кунка замечательно. Да. У Кунка сильный очень мидер, и там ему особо ничего не предъявишь. Сейчас еще маленького спота нету пока. Придется терпеть Тейтбрингера. Ну, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Два брайсера купил Кунка. Ботл, наверное, да, ему еще едет? Да, должен был уже. Четвертая минута. Ну, да, да, я думаю, что... С двумя брайсерами, кстати, интересно, на самом деле. Плотный достаточно будет. Да, еще и под кораблем его не пробить. Нет, кстати, решил бы с ботла играть. Когти себе донес, будет просто фейзы выходить. А у Пака ботл имеется и покупает он ПТ. Так, начинается какая-то заварушка на верхней линии. До конца тут просто стоит земелья, но все-таки умирает. Войт на тоненького, мало хп осталось, успел отпрыгнуть, много нарегенил еще. И уже второй раз погибает земля. Так, очередные проблемы у нас у Омника, но пока еще живет. Возможно, будет какой-то размен. Кстати, вот, вот как же долго он здесь живет, и Морф должен забирать здесь, по идее, Фрамл Беста. Есть у Беста. Но, видишь, он без... Эх, чуть-чуть не хватает урона. Без волны, без волны играет. Да, играет. Была бы волна, возможно, забрал бы. Но решил... Может быть. Отдать предпочтение больше, знаешь, Харасу на линии. То есть постоянно, ну, плюс Ренджей, наверное, у нас хитит. Да, на да, да. Адапте вам тоже удобно. Пока, ну что и 4-1 в пользу Лисит Тим, 4... А, нейтралом отдался. Ну, ну решил, восстановит, да, да, понятно. Не ждать, не бегать до базы, учитывая, что, насколько я знаю, у Primal Beast'а мувспид не такой большой прям. Да, не очень большой, только первым сполом он может как-то добираться, но это тоже проще умереть, дотепнуться. Морф, правда, все это время будет фармить свободно. И он на этой линии не погибает. 23-12 имеет морфлинг, хороший крипстат, много очень заденайл. Слушай, ну вот сейчас вот Омник, я вот, честно говоря, не до конца понимаю. Я ожидал, на самом деле, больше. Как-то, знаешь, все-таки смогли его два раза убить. Я вот думал, что линия будет вообще непоколебимая, абсолютно. Так он сейчас еще и почему-то с линии уходит, то есть отдает опыт своему Морфу. Ну, мне, пошел, наверное, заниматься делами слуги. Ну, это такой герой, которому очень нужен уровень. То есть хотя бы третий. То есть на третьем уровне он в двоечку берет второй скилл, и там уже значительная прибавка и хп регена, и силы. И вот там его уже не пробить. Ну, он пятерка, видишь, его не котируют. Отправили варды там ставить, руны он контролит. Руна в топе спавнится, земля ее забрала. Кунка даже не стал смещаться. Ну и пак рун, соответственно, не получил. Так, у нас там земелья гуляет по вражескому лесочку. Там у нас встреча произошла с Дазлом, но не по шансам здесь немного для земель, по крайней мере, на данном этапе. Интересно, кстати, Дазл хил 2 взял, а не яд. Я вот обычно видел, что яд берут 2. Ну, здесь ну, большой харас, да, на линии, чтобы Войт точно мог таймволк использовать. Наверное, логично. В 3-то уж таймволк с тунбанка. Так, такой, ну и вот, кстати, билд. Потихоньку начинает Войда напрягать. Вот поэтому, собственно, хил, наверное, и взял в двоечку. Да, да, видимо. У него как бы и стики есть, и билд позволяет такой харас терпеть. Вот там врыв, но нет, просто отпрыгнет. Да, да, не успевает пробить. Еще и пробьют землю. Опа, это Кунка. Это соло-фраг, да, он сделал. Ну, судя по всему, да, никого здесь я не вижу из своих тиммейтов. Кстати, тем временем Войд забирает земелю. Да, вот игрался. На сайдах у Элисит все как будто получше смотрится. Хотя в боте Морфинг тоже хорошо стоит, но там фраги они поделали, я думаю, что немножко впереди. А вот в миде явные проблемы у Пака. Уже 44-13 Кунка, еще и соло-фраг он получил. Большой Кунка это очень страшно. Потому что тут уже и у Элисит может урона не хватить его убить.
Тут как бы в двух героев понимаешь, что смотри, у них получается и морф, который постоянно на перекачке. Кунка, который решил пойти такой, ну, через два брейсера, очевидно, идет в билд на ХП. Как-то Кунка сейчас видел, не совсем удачно скомбинил. Сначала толтычку, потом вернул. Мог побольше продамажить. А он хотел как-то под торрент, он, может, на шифт пытался развести. Ну, возможно, небольшие мангеймсы какие-то были. Опять какая-то перепалка наверху, очевидно, в пользу Вайда. У него уже имеется, выпадет. Кстати, купол. Купол он ставит, ну и должен умирать из-за земли. Совсем не жадничает, центрю еще нашел, приятно. Ну, купол как-то так. Хотя, ну, в принципе, нет? Что, он же фармить хочет, да. Конечно. На кунку он все равно выйти, наверное, не сможет. Он под корабль выживет всегда. Вот так фраг получил, да дальше фармишь. Смотри, какие ворды стоят у Луна Гейминг сейчас. То есть мид полностью заварожен. Наверное, за счет этого, кстати, Кунка немножко и поднапрягает пака, потому что он его везде видит, соответственно. Ну и просто матчап, наверное, посильнее в сторону Кунки. Я был неправ. Праймал Писта 2600 нетворс, тогда у Морфинга уже 3600. Да. То есть, несмотря на то, что убийства они делали, видимо, белки они доставались все. И Праймал Писта не добирает на этой линии. Что, конечно... Да, 2-0-1 белка. Праймал Бист 2 ассиста имеет. Ну, на удивление, для Вайда хороший старт. Для Вайда очень хороший старт, да. Все равно, он почти конечно... от Кунки не отстает, а Кунка очень да. много там забирает. И соло-киллы, и Тайтбрингером фармит всегда. Ну, Паку хочется, наверное, куда-то сместиться. С таким мидом. На самом деле, пора бы уже, на самом деле, да. Ну, смещается Кунка в топ. Под экзорцизм будет забирать Т1 вышку. Подцепит ли Дазла. И успел крест дать, да. FNG. Пошел полный прокаст. Будет погибать Дазл. Торрентом продлил еще, задуло баншам. И Т1 будет пант под экзорцизм. Вот это звоночек. Слушай, а там на морфа какое-то нападение начинается. Но, как я и говорил, что убить его здесь очень сложно. Даже омник для этого не нужен. Переживаю здесь вообще все. Ну, без омника можно крипов его лишать. Хотя бы. И пробили его неплохо. Но, тем не менее, вышку потеряли в топе или сит-тим. И вот такой сноубол с баншой и кункой, это очень опасно. Оба эти героя нетворс имеют. Под когда любой экзорцизм они могут выходить Т1 в миде забрать. В боте еще стоит. Нет, но мне кажется, очевидно, Элиси Тим должны сейчас ждать какой-то хороший итем для пака. То есть это или Вич Блейд, или Блинк, может, какой-то. И уже с ним пытаться как-то шумиху на карте наводить. Да, у него такой что... нетворс, что ему еще долговато, похоже, что. У него 3500, там, 1500 этот ПТшка, ботл 650, стик какой-нибудь. Но я просто другой причины не могу найти, почему он пока не идет по линиям. Кстати, как раз вот очередной выход на него, вроде пытается. Кстати, здесь еще и Дазл, вот он, Дрим Койл по двоим героям, будет ли помощь? Нет, скорее Дазл, всего. Дазл уйдет тоже, может быть, Земелья. Хотя белочка забрать? На развороте, Земелья уже умирает, проблемы сейчас у Дазла начинаются. Но... Ну, огрызнулись неплохо, может на Баншу еще напасть. Пришел. У нее нет экзорцизма, разбегается Праймал Бист в Омника. Но, похоже, что погибать будет еще и Худвинг здесь. Да, Худвинг уже погибает, вот он пак, попытка забрать здесь Омника. Но долго живет, конечно, здесь да, еще три героя находятся. Да, очень долго, еще бы не умереть Праймал Бисту самому, но забирает Омника, сможет и уйти, крест дается. Будет торрент, наверное. Торрент нет. Еще и земель эпоха подходит, просто начинается какая-то затяжная драка. Да, я запутался, честно говоря, в чью на пользу. Ну, 3 в 2, насколько я понял, в пользу... Нет, должно быть все-таки в пользу Луна Гейминг. Да, да, побольше они получили. По золоту не сильно больше, а вот по экспе разница значимая. Они сейчас еще и вышку заберут, что немаловажно. Кстати, пак подставляется под сайленс, но успевает уйти в шиф, должен отсюда вроде бы уходить. Правда, ультимейт земель горит, нет, все-таки живет. На тоников был момент опасный. Но... Очень сильно давят они с этим землей. Под омником стоят, под Хевельни Грейсом герои. Их не пробить. Кунка огромный. Ну, надежда на тимфайт. Наверное. Все-таки тимфайт у них очень сильный. Есть ульт Худвинг, Дрим Койл, Хроносфера. Праймал Бист там побегает еще. Но не, нужны но Кунка, какие-то шмотки. Кунка здесь прям очень большой. Вот что да, с ним делать, пока вообще непонятно. У него 60 чит будет через 500 монет. Это пак очень сильно будет страдать. Там же ни Юлом, ни БКБ не пахнет. То есть у Элиси Тим, у них сейчас есть функция убивать только каких-то саппортов по виду земелья, там Омник, хотя опять-таки Омник тоже не такой уж... Ну вот Омника герой. Точно надо как-то либо фокусить, либо отзонить, может быть, как-то, чтобы не висел Heavenly Grace, потому что дает он очень много. Да, иначе героев вообще никаким образом не убить. Ну причем самого Омника-то еще можно забрать. Нужно как-то у него стараться начинать, но это вот должен делать Пак, а у него с таким стартом тяжело, пока надо ему Witch Blade хотя бы набрать. Так, чтобы руна дамажить. Хосты, смотри, на топе достается она, скорее всего, кому? Разбил, отдаст, разбил. Что ли? А, нет, нет, не разбил. Кстати, забирает пак все-таки его для себя.
Ну вот с ней, кстати, можете это попробовать. Так, три героя находятся на... Четыре даже. Нижней, даже четыре. И Хрона есть. Омника нашли. Омника погибает. Очень быстро забирают здесь и видят еще и Морфа. Пойдут ли на него? Ну, слушай, может, под пачку, мне кажется, можно. Если они же знают, что Омника нет. Да, и Хроносфера имеется. И видят двух героев в миде. Напака в размен пытается выйти. Саленс очень долго работает хоста, но нет, не успевает. А подорчит, это подорчит. Кунка забрал. А Морф просто уходит. Ну, это минус вышка хотя бы. Не так плохо. Да, хоть что-то получили, но очень неприятная игра у Пака. То есть с таким большим пункой как-то совсем не получается у него переживать эти врывы. А мне интересно, что он собирает. То есть Вичблейд, все-таки... стоял Вичблейд? Нет? Так, то есть на белку здесь выпад, слишком далеко как-то она пошла. Вот и он сайленс. Но здесь имеется будет бой. У которого хроносфера. Долго очень живет здесь белка, но все-таки будет она умирать. Ну и только земелью забирают. Кстати, ультимейт потратил под конец. Ну там 30 секунд кулдауна, это не страшно. В принципе, размена не дали. Проигрывают 3000 золота или сеттим. Ну это на 14 минут довольно серьезно. Ведь видно, что Войд еще как-то держится по нетворсу, тогда как Пак уже отстает очень сильно. Если особенно с Кункой сравнивать, то это 3500. Кунка почти как 2 Пака. Да. Сразу Октарин еще купить. Гайкси надо спрофит. Интересный выбор. Никаких БКБ, юлов. Надо что-то Паку придумывать, потому что здесь, знаешь, вот он сейчас возьмет Вичблейд. А много ли это поменяет на самом деле? Ну да, то есть там арчит, вот большая проблема арчит. Сайленс ДПшки, да, он доджит. Земля, ну он там может как-то переживет, может что-то еще. Ну пока что не переживал. А, это арчит уже был. А, ну все равно очень много контроля на Пака. Ну там вот именно сайленсов много. То есть, может какой-то БКБ ему просто купить. На Паке, понятно, ты не очень хочешь такой артефакт, но... Мне кажется, тяжелые как-то времена получше смотрится. Требуют тяжелых решений. Кстати, Койл не жалеет сейчас на земелью, должны вроде бы его здесь забирать, но подходит Деспрофит. Земеля. Вгрызается пока что в Дазла, будет ли помощь, нет, дальше не пойдет. Ну, Койл отдалим. Неприятно. И умер Морфлинг, кстати. Параллельно умер Морфлинг в топе. Праймал Бис с Худвинком забрали. Вот много у них магического урона, пока могут они такого забирать. Я так понимаю, просто за ульт. И Войд качается в боте. На него сейчас да, будет выход 4 героев. Да, выйти на него, но имеется купол. Вот он, крест. Сайленс. Не должен отсюда уходить. Да, уже точно. Некуда уходить. Будет погибать Faceless Войд. Ну, что сказать. Давление продолжается от Луны Гейминг. Замедляют Дазла. Будет ли он погибать? Бежит они вперед до конца ДП, задувает. Они просто до конца пойдут. Ну, еще долго живет. Может, и вся команда Illicit Team сюда стягивается. Уже 3 телепорта имеется. Вот он... Пак начинает выгрызаться сейчас Деспрофит. Хватит ли урона? Ну вот он, Омник. Омник. Ой, очень сложно пробить. Это прям Омник. Здесь уже непонятно, у кого проблема на самом деле. Праймал Бист цепляет его. Вот он, тиммейт от земли. Очень много дэмэджа, но пока еще живет. Праймал Бист. Все, умирает. Белка тоже здесь должна отправляться в таверну. Да, ну как будто переоценили себя или сетим. Но не хватает, вот знаешь. Ну хотя визуально казалось, да, глубоко же бегут за этим Дазлом. Много да. Спулов отдали, хочется подсейвить. А нечем, пока урона нет, просто нет. Да, нет пока возможности просто противостоять этим героям. Я не знаю, может у меня проклятие какое-то, но все игры, которые я смотрю в свой дом, они вот в таком вот ключе всегда идут на самом Ничего деле. Ничего он не делает, да, в них? Да, то есть тут даже не то, что... Проблема не то, что может быть в войде. Вот даже все герои, которые вот с ним, да, вот казалось бы, вот сейчас смотришь, имеется Пак, много урона. Имеется Белка, тоже очень много урона. Но вот не хватает, просто по игре не хватает, и они как-то вот проигрывают пока что. Вот тут очень срочно нужен какой-то переворот. Какая-то очень удачная драка. Ну, что у них для переворота? Хроносфера хорошая, получается, нужна. Какая-то идеальная хроносфера, Омника плюс Морфа, убить Морфлинга за хроносферу. Как-то там Пак всех салит. В принципе, АОЕ скиллы у них есть. Что Праймал Бист может так бить. Что Пак, Худвин, в конце концов, подвяжет как-то. Ну вот, а с другой стороны, кого ты пробьешь? Ну, начнем с того, что Омника надо вырубать. И желательно как-то Морфа. Ой-ой-ой, смотри, сейчас просто нейтрал застанил земелью. Обер. И должны здесь вроде как теперь его убивать. Вообще неудачно получилось для него. Вроде бы вот он уходил, но... Да это очень подлый огр. Я да. До сих пор не понимаю паттерна. К нему подходишь, он специально не соответствует твоим ожиданиям. Думаешь, сейчас он дубину поднимет. Отходишь, он не поднимает. Только вернешься, что он сделал? Поднял дубину. Так всегда. Закон подлости. Не вовремя. Так вот, драться-то не могут сейчас пока что Illicit Team. То есть они на самом деле сейчас в какой-то степени все правильно делают. Они просто фармят, понимают, что сейчас противник намного сильнее. Им банально не хватает урона. Единственный выход, это, наверное, вот сплитить, чем сейчас и занимается Пак.
Да, но опять же есть арчит вот у Кунки. В это все упирается. Что Войда, что Пака, он может ловить и организовывать килы чуть ли не соло. Войда он, может, и не пробьет. В какой-то степени Лунагеймлинг сейчас сами, наверное, должны как-то форсить драки, потому что, ну, может настать этот момент, когда они уже не будут настолько сильны. Мне кажется, они могут себе позволить не торопиться, у них есть чем играть в мидгейме, они получили стартовое преимущество, то есть, может быть, просто имеет смысл подождать там манту на морфлинге, БКБ какой-нибудь, у Куни, правда, по-моему, уже есть, на Банше Акторин, чтобы дофармил, на земле, может быть, Веселку там покупает, или, ну, не знаю, что они там сейчас берут. Кстати, видел, там сейчас забузили крест для Death Prophet. Да, есть такая опция. Это уже Акторин Коор для Death Prophet, вот это неожиданно. Интересно, я таких билдов не видел. Я обычно видел какие-то Юла, БКБшки там берут. А ему здесь не нужно, на самом деле, его не могут пробить. У него имеется Омник, который все с него сбросит. На крайний случай нажмет на него ультимейт. А за счет этого Акторина, во-первых, он стал еще более живучий. То есть как раз-таки это уже третий герой, которого Illicit Team, если и могут пробить, то с большими трудностями. То за Хрона, то есть пока она Сифона не раскинула. Рошана забирают под экзорцизм, будет ли дефать Illicit Team. Что, понимают они, что это Рошан? Ну, догадывается Худвинг. Вопрос, будут ли драться. Но первого, может быть, можно и отдать. Может да, быть, не стоит всего, туда лезть. Туда даже не идут. Это, знаешь, такое небольшое окно для них, чтобы пофармить чуть-чуть. Пауза ставится. Ну, что сказать. Первого Рошана, по всей видимости, отдадут Illicit Team. А Егиц будет, видимо, у Морфлинга. Вопрос, пойдут ли Луна Гейминг? Но имеется Акторин. Ты можешь просто драться сейчас под экзорцизм, конечно. Тут еще так Акторин отлично в игру вяжется. То есть они выиграли линии, как-то давят с этим Кункой. Как раз хочется, чтобы почаще экзорцизм был, чтобы всегда эти вышки напрягать, чтобы был урон в файтах. Это на самом деле идеальный выбор. Это идеальный выбор здесь, потому что она становится еще жирнее. Да, Сифон и меньше большие проблемы с уроном сейчас у Illicit Team. Поэтому гениальный выбор на самом деле. Белка здесь, естественно, умирает или не умирает? Умирает все-таки. Да, и Рошана забрали, подбирает Аегис Морфлинг. Ну и все, а сейчас просто идти ломать вышки. Ну, экзорцизм, наверное, подождать 70 секунд. Ну, это не так много, на самом деле. Они пока что просто занимают вражеский лесочек, пофармят да, его. Да, своровало крипов у Войда. Войд очень недоволен, БКБ у него скоро будет уже. Войд последняя надежда, 10600 нетворса. Единственный, кто держится в топе у Illicit Team. Вот, как раз таки о чем я говорю, что вот во всех моих играх всегда получается так, что Войд последняя надежда, а у Войда фарма нету, хотя в данном случае это вроде как есть, может да быть есть, даже есть. Но ему надо очень много. Да, в этой игре надо с много, как минимум БКБ. С такими нетворсами коров противников нужно очень много. То есть без БКБ он тут как таковым образом драться-то, наверное, и не может, только если, ну, прям хорошо поставить хроносферу. Ну, какая-то идеальная хроносфера, да, требуется определенно. Лотар будет выходить Чамби, 15 уровень, арчит БКБ уже есть. Очень большой Кунка. Слушай, а там для Пака появился Йул. Вот это уже интересно. Потому что теперь выживаемость у него имеется. То есть так просто его теперь не убить. И, возможно, это шанс для команды Illicit Team. Правда, Йул, вот он тут в две стороны работает. Он себя за Йул-то торчит, а там земля вкатится. И что делать? Тоже верно, на самом деле. Но это хоть какой-то поинт, понимаешь? Да, то есть шансы есть, но я поэтому про БКБ думал, что БКБ, оно... 100% как бы спасает. Нападение на Кунг, подлезала белка, ультанула. Слушай, а может быть даже хватит, но БКБ имеется. Кубал ставит его, не жалеют. У него Егиса не имеется, поэтому должен здесь, скорее всего, умирать. Да, очень быстро. Это хорошо. Достаточно быстро убивают, но Луна Гейминг уже здесь, рядышком находится. Нападение на Пак. Правда, пока что все мимо. Вот он, Сайленс. Уже нету у него ветров, но есть крест Дазла. Пак отсюда уходит. Так или не уходит, они идут дальше. Да, будет погибать ТСА. Слушай, неплохая ответочка. Да, еще бегут, может быть, еще кого-то будут цеплять. В принципе, идет Войд дальше, ты посмотри, но он уже с шардом и отпрыгивает назад, я так понял. Ну, больше, видимо, не получится у них подцепить героев. Слушай, они идут дальше. Бегут, да. Находят Омника. Должны сейчас баши работать, но Омник здесь умирает 100%. Слушай, удивительно. Да, 3 в 0. Учитывая, отлично, что у них Аегис. Как-то далеко зашел Кунка, видимо, переоценил немножко свою выживаемость. Или не думал, что 5 окажется там героев Illicit, но они его подловили на этой ошибке. Не пожалели Хрона. 4000 опыта и 2000 золота, это прям то, что сейчас нужно. Это серьезно, так особенно противника Аегис, казалось бы, ты наоборот должен побаиваться. Хороший выход. И Пак Дагер хочет себе прикупить. Кунка воскрес, опять в топ тэпнулся. Ну, потихоньку возвращаются в игру Illicit Team. Вот сейчас шмотки появятся, и вот уже начнется
серьезная игра. Да, Войт. Вот он, кстати, смачок. Между прочим, правда, он уже сбивается и планирует, судя по всему, драться. Или сетим. Хорошая связка сейчас происходит. По двум героям Морф уже умирает. Это минус Аегис. Туда же Земелья тоже отправляется в таверну. А, будет ли помощь на Морфа? Вот чем вопрос. Его уже в ультимейте бьет сейчас Primal Beast, но демеджа здесь не хватает. Вот она Death Prophet. Белка должна умирать. Войт. Надо бы отсюда уйти. БКБ, кстати, у него имеется. Но это скорее на сейв БКБ, потому что отсюда нужно уходить. Ну, должно у него получиться, далеко прыгает. БКБ, конечно, прожали на воде, но неплохо. Аегис выбили, убили землю. Какое-то второе дыхание прям открылось у Лисит Тим. Встряхнул их за Рошан. Да. Действительно, начали какие-то действия прям предпринимать активные. Ну, вот этот мув от Кунтки, конечно, очень многое дал здесь сейчас для Лисит Тим. Такая, знаешь... Ну, тем не менее, это скорее вера в себя они появилась. Сейчас. Все еще у них все хорошо, по голде ведут. Не, ну здесь только два игрока, между прочим, на Луна Гейминг. Да, и хотят, похоже, Лисит немножко напасть, а, нет, но видят Кунку уже. Втроем здесь. Так, а может на Кунку? Ну, все-таки подвязала вот еще белка с даггером. Хватит ли урона, непонятно. Здесь еще и Омник имеется. Опять Ой, хроносфера по двум героям, отличная. Омник здесь должен умирать, туда же должен направляться Кунка. И Death Prophet здесь же тоже. Тоже отправляется в таверну. Это минус 3. Это фул камбэк от Лисит Тим. Все, золото. А преимущество-то уже, да? Преимущество уже не имеется. Как-то вообще незаметно они это сделали, как-то непринужденно, я бы сказал. Просто подрались пару раз хорошо, никаких-то супер хайлайтов им не понадобилось, да? Просто Хрона в Кунку убили, тут хорошая Хрона в Кунку Омника убили. Знаешь, как будто, они так и планировали. Да, так и должно было быть. Но мы были к этому готовы. Все в порядке, все под контролем, сейчас Хрона поставим за комбэчем. И у Морфа, знаешь, по ощущению не так уж и много. Ну как, 12500-то у него есть. Да, ну просто вот он Войт, который уже топ-1 Нетферсон. Ну как будто казалось, да, что с таким стартом могут прям смять. Да. Или Лисит Тим. Выглядело именно так. Ну нашлись у них какие-то ресурсы защититься. И теперь игра совершенно равная. Ну и теперь уже и Лисит Тим заходит во вражеский лес и начинает хаунтить этого Морфлинга. Кстати, здесь его видят, но он нажимает ТП. А, вот абсолютно правильное решение. А видели он на псе просто, наверное, ушел. Ну вроде бы нет, апсов никаких. На чуйке, просто чуйке понял. Ушел. На карте никого не видно, поэтому... И скоро Скади у него будет, а Вайда скоро будет мажор. С мажором уже урон хороший. Очень хороший урон. И что-то бы придумать. Может быть, саму Скади купить тоже против Морфлинга? Ну, было бы неплохо, на самом деле. У него уже проблемки-то, по сути, имеются. На Скади там... Знаешь, уже верится в Лисит Тим больше, чем в Луна Гейминг. Да, белку подцепили, арчит есть, корабль летит. Ой, как неудачно запрыгивает сюда Пак, как бы не ошибиться. Здесь нажимает пока что Юл, поможет ли это ему? Нет. Продлевает сайленс и умирает. Но немножко подзалили, конечно. Ну, неудачно, он там так прыгнул, такой да, тайминг обидный. Да, он прям идеально в тайминг прыгнул. Корабля и сайленса. И вот Юл, который с этой стороны, да, сработал. Себя он поднял, но сразу земля его засалила. Ну, то есть, он, видишь, он не то чтобы с этой стороны работает, он... Этого просто недостаточно, этого Юла. Там слишком много кнопок, которые мешают Паку. Ну, может быть. И, знаешь, вот теперь смотрю и думаю, наверное, БКБ все-таки поинтереснее, да, смотрелось. Потому что, ну, по сути, что ему дает это... Ой, подожди, неужели нападение на Вайда? БКБ у него имеется? Нет, пока не нажимает. Вот, жал. Хороший первый скилл, просто фуловый сейчас находится. 10 секунд до хроносферы. БКБ пока работает, пытается пробить сейчас Земелью, но Земелья отсюда просто упрыгивает. Ну и произошлись. Да, будет отходить. Абсолютно мирно. Слушай, ну вообще не боится Стоунбанк. До последнего БКБ не жал. Слушай, и сразу моментально смог нажимают и заходит. В свой лесочек видит. Сейчас Омник. Очень большой урон от белки залетает. О, должен здесь умирать Омник. Пойдут ли дальше? Тэпается Кунка, видимо, хотят подраться. Он... Минус худвинг. Да. Хорошая хрона. Омника нет, начинает бить Морфа, сможет ли пробить. И тут же Пак. Слушай, ой, вот, не хватает. Непонятно не пока что. У Морфинг. Морфинг живет и умирает, Войт, просто за проказ. Как неприятно, потому что БКБ не было на самом деле. Да, без БКБ тяжеловато. Не хватило вот как раз-таки в этом моменте урона. Знаешь, уже поверили в себя, что могут. И вот чуть-чуть не хватило, и вот теперь будут терять сторону, судя по всему, потому что... У экзорцизма еще половина есть, линия запушена, есть ли чем отспамить, есть Пак, он орбу покидает как-то. На кресте возвращается Морфинг, придется регенерный. Как бы отсюда не... Вот, все хорошо. Ну, кстати, уходит. Неплохо, он как-то большой отогнал, наверное, не пойдут по такому поводу хайграунд. Ну, чуть-чуть, видел же, да, Морфа, чуть-чуть не хватило. Да там совсем... Одна молния, один баш какой-то еще бы залетел, и совершенно по-другому все было бы. А так не хватило. Да, на самом деле, даже не в этом суть. Там, если ты не заметил, там Пак поставил Dream Coil только по Кунке. Хотя в куполе стоял Кунка,
и морф. Хочешь сказать, что могло хватить, да, конечно, урона? Конечно, конечно. То есть не хватило урона. Убьют, как-то не рассчитали. От пака конкретно, то есть он дал ультимейт только в кунку. Как раз таки вот этого дэмэджа хватило бы, чтобы добить. И, собственно, пак снова ошибается. Очень жестко так на него напрыгивает, убивает здесь его. Да, Юл не особо пока его спасает. Были, конечно, моменты, когда он насчет него выживал. Ну и... У них вижена не хватает. Ты посмотри, у них на карте вообще нет вижена. Ну, ладно, у них один стоит бардик. В допе, в лесу вражеском что-то там стоит. В принципе, Луны тоже всего до варда. Так, БКБ прожимает Primal Beast, но, по-моему, это не поможет ему отсюда уйти. Тупаут пытается нажать. Уйти, похоже, да? Нет, уходит. А как-то морфник немножко засомневался, бить его не бить. Может быть, если бы сразу бил, и хватило бы. А тут землю цепляет и будет, наверное, погибать. Да, баш падает. Баш хороший, право прокает просто сейчас. На иконке бы отсюда как-то отойти, потому что опасненько. Сильвер у него уже появился, пока не определился он, что купить дальше. А Войд с Кати, да, выходит, совершенно логичный выбор. Хотя вот можно было вообще, ну тут еще, правда, ДП, и против ДП, и против Омника, да, тебе с Кати хочется. То есть я думал о том, что ему очень хочется за хрона кого-то именно убить. То есть именно что-то на бёрст дэмэдж? Да, 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 вот чуть ли не какой-нибудь Дейдаус. Ну, чтобы он прям ставил хрона, и это означало, что морфник из нее не выходит. С другой стороны, там еще Омник ну, тоже. Ну, понимаешь, да, если держать. Купола нет, то, собственно, у тебя большие проблемы. Да, он проблемы. Совсем ничего не может, он, а со Скади да. Он похитаться может. А морфник выходит в Аганим. Стали его покупать на данном герое. Ну, а здесь против кого Аганим? То есть против Айда? Ну, против агильных именно... керри это просто сильно работает. Против агильных керри очень рейтится этот Аганим. И Етора показывал, как это хорошо работает, и другие были немалоизвестные игроки. Кстати, смог, ну это смог для команды Elysian Team. Имеется у них сейчас хроносфера. В принципе, все кнопки у них имеются. Я пытаюсь зайти на Рошана. И Рошан будут имеется ли тоже, будут ли забирать. Может, просто в наглую побить? Мне вот нравится, когда команда просто заходит, начинают бить. Как, что как? Луна тут важно, кстати, смог, тоже смог ответ, нажали, ответ просто от Луны. Они тоже идут на этого Рошана, и сейчас, возможно, будет момент истины, но нет. Или Elysian Team пока что отошли, вижу, у них там имеется, но пока никого не видит, залетает земля. Вот на Death Prophet напрыгивает сейчас на Белку. Белка должна здесь умирать сейчас. Видят еще и Дазл, это просто тоже. Минус суппорты от Elysian Team, неприятно. А есть ли байбеки? У Белки нет байбека, можно на Рошана идти с экзорцизмом спокойно. Но пытаются еще подцепить Пака. Пак пока еще не преклонен, да, еще нажимает, ушел. Да, отлично. Отсюда уходит, но вот теперь можно Рошана отдать. Вот уже второго Рошана отдавать второго вообще совсем не хочется. Тут уже и герой посильнее, и шард дастся. И Войд очень не любит против Аегиса играть. Ему прям некомфортно. Но они идут с экзорцизмом, это видит Elysian Team на своем апсе. Но без саппортов. Дазл байбек может нажать, но ему лететь некуда. Точно кто-то БКБ нажал. Судя по так, звуку. А там уже БКБ прожимается, а, это Войд, который напрыгивает на пункт. Сам, правда, БКБ отдал, и вот он морфинг идет дальше. Хроносферу не жалеет в него сейчас, пытается его пробить, но дэмэджа, кажется, не хватает. И отсюда нужно уходить. Это очень опрометчивая хроносфера. И Пак отсюда не уходит. Просто Пака похоронил. Так, тут Primal Beast что-то немножко затесался. Его сразу же находят и моментально убивают. А вот теперь без хроносферы Elysian Team что делать, не совсем понятно. Скади ну, у него, да, по-моему, уже еще точно не дают Рошана. Как думаешь, Скади уже есть у Уэйда? Нет, еще, по-моему, не было. Я видел Ultimate Torp, он один купил, вот уже второй, да, есть. 900. Хватает. Я не очень понял вот эту хроносферу на морфа. То есть он же в прошлый раз ставил у него уже хрона и не пробил. А что сейчас поменялось? Тут еще и он один, как бы, и Пака так закрыл. Ну, немножко не получилось. Может быть, он точит топор? Знаешь притч? Ну-ка, расскажи. Значит, у Линкольна... Линкольна, есть фраза знаменитая. Если бы мне дали 8 часов на то, чтобы срубить дерево, я бы 6 часов точил топор. Угу. Вот твой точит. Угу. И в конце игры в пятерых поставит. Ну, это похоже на правду, на самом деле. Готовится. К тому, чтобы сделать какой-то гениальный мув. Ну что, ну, как-то вот, знаешь... Там опять перелом игры произошел, то есть там Elysian full comeback сделали, все у них вроде хорошо, ну, пара неудачных драк, и все, Аегис у морфа, и уже шарт даже не имеется. То, что драк, а именно принятие решений. Ну вот как-то они немножко поверили в себя, да, да, излишне, что ли. То есть в моменте им хватало урона, но там уже у морфа тоже появилась Кади, что-то там у него еще появилось, что у него еще появилось? Ну, Point Booster, ну и плюс Аегис еще, поэтому, собственно. Ну, Скади в основном, да, тут основные, да, атрибуты все, да, равно Скади. Ну вот опять-таки, Primal Beast ты его ощущаешь в игре? Я, да, его не ощущаю. Я его ощущал. Ну, вот ощущение Primal Beast было.
плотная. Но здесь уже, да, его... Ну, сейчас они как бы 5 на 5-то и не дрались в последнее время, откровенно говоря. То есть последняя 5 на 5 драка была, где чуть-чуть не пробили морфа. Ну, и там этим все было сказано. А вообще по игре, да, были же выходы. Прям без тайс худвинка не ловили этого морфинга. И не морфингом, а умнина это не ловили. В принципе, что-то он делал. Ну, сейчас немножко, да, подпросел. Но я бы сказал, что все герои Лисид подпросели, скорее, кроме Вайда. Ну да, особенно когда просто умирают два суппорта. Без каких-либо... Ну да, поводов да, для этого, так скажем. То есть, в принципе, вся игра на Вайде, он топ нетворс на карте, и в нем вот именно все деньги Лисид в Вайде. Такие игры, конечно, не очень приятно играть. То есть одна ошибка от Войда, и очень тяжело уже драку провести. Не дай бог, он где-то подставится, что-то умрет, на байбек его разведут, это уже все. Ну вот что им сейчас делать? Хроносферы нет. То есть он сейчас будет просто дофармливать себе какую-то эскади, правильно? Со Скади сможет он драться с морфом? Ну, с Аегисом, наверное, нет. Без наверное, Аегиса, нет. Я думаю, что вполне. Ну, тут, правда, конечно, они файт-то выиграли. Сколько? Аегис еще очень две, долго, по-моему. Он только получен. Может, даже... он только получен. Уже 5 минут, я почему-то и думал, вот, что... И вот до Ганима еще 1000. Ну, не знаю, ну, тяжело. Но, с другой стороны, им и тогда было нелегко, когда они камбэк сделали, да? Опять же, какая-то ошибка от Кунки, когда далеко он там как-то зайдет. Или кто-нибудь морф подставится, может быть, хайграунд. Нет, они сейчас просто идут, смотри, они сейчас просто нажимают экзорцизм, идут пятером, заходят, ломают две стороны, на этом, наверное, все и закончится. Там уже появляется хроносфера, вот там уже и посмотрим. Слушай, если бы все команды в доте играли идеально, игры бы не кончались никогда. Все равно же есть человеческий фактор, кто-то где-то сейчас зафармлю пачку, там его резко как-то подловить, бурст урон-то у них есть чем пробить героя, одного, по крайней мере, точно. Как-то забрать там или Кунку, или Баншу, который далеко зайдет. Может быть, Аегис просто выбить. Хайграунд они неплохо дефают. То есть откидывает пак. Надо всегда рассчитывать, что есть войд, который может хрона поставить. Какие-то шансы сохраняются, безусловно. Ну да, учитывая, что Луна Гейминг пока что не торопится заходом на рампу. Хотя вроде бы почему бы и нет, потому что хроносфера еще нет. Ну они Т2, может быть, хотят в боте забрать. Ну как-то не спеша его, знаешь. Вот, конечно, понятно, что со стороны проще смотреть. Но вот сейчас ты смотришь и думаешь, ну вот сейчас они могут зайти на рампу и им ничего не сделать. Вопрос в том, понимают ли они сами это. Может быть, ждут ГА. ГА в кулдауне, без ГА не хотят идти. А, вот это похоже на правду. Откатятся, как раз подойдут. Вот они стягиваются в бот, Т2 хотят сначала забрать. Ну, Т2, наверное, и не будут вообще Лисид дефать. Это рискованно. Ну да, им бы надо пока что только ждать хроносферу. Пока они что просто все качаются в лесу. Пак, что у Пака? У Пака какая сэндж будет скоро. И Нулифай решил купить стонбанк. Ну, логично, да? Надо снимать ГА. ДД находит Кунка. Ой, вот это неприятненько. И кого-то цепляет. Он там еще и кого-то находит. Ой, а он успевает отпрыгнуть, но пойдут ли дальше? А это нейтралочка. Заходят дальше, видят здесь белочку. Хороший сейчас яд от Дазла. Ну, слушай, такое ощущение, что снова два суппорта просто умирают. Весел висит на белке, стик нажимается. Но она отсюда не уйдет. Да, никак. Хотя тем временем там попытка сейчас напасть на кого? На Омника. Его ну, точно неплохая тут цель, конечно. А смогут ли что-то сделать Морфу? А сам, может быть Морф сам может на развороте что-то сделать. Почти убивает он сейчас Праймал Беста, но тот пока еще живет. Идет дальше, убивает его. Нужно как-то это наказывать. Хотя так здесь Войда Кунка. Может подцепить. Кунка под дабл дэмэджем. До сих пор проблемы, кстати, у Вайда. Его за сайленсере, а где же его БКБ? Без БКБ, без байбека он сейчас здесь умирает. Далеко зашел слишком Дазл, который был после байбека. Но это должна падать сторона как минимум. Блин, Войд как будто в ад какой-то попал. Сначала Морфинг его прессует, он как-то уходит, Кунка нападает. Он с таймволка уходит на хайграунд, там Банша ждет с экзорцизмом. Кругом враги. И вчетвером мертвый Лисид Тим. Будет забираться точно мид. Но я думаю, что можно и не отходить вообще-то Луна Гейминг. Не, ну конечно, два глифа сейчас будет, это приятно. Но ну, Тайвера уже не будет после первого. Да. Слушай, а Банша-то идет дальше. Недалеко ли вы заходите? Зачем? Это слишком как-то вот умирает уже белка. Байбека у нее тоже не имеется. Пак отсюда, конечно, уйдет. Я думаю, они очень долго хотели байбека убить у Вайда. Но сейчас они выяснили для себя, что нет байбека. И можно, соответственно, забирать еще сторону. Ну, трон, наверное, бить рискованно слишком, да? Незачем. Но они успеют просто, не хватит ну, урона. Ну да, да, да. Может быть, был бы экзорцизм, то они бы и пошли, но так нет. Просто сейфово бьют бот в сторону. Цепляют промобиста в миде. Будут он погибать здесь, ПКБ жмется. ПКБ, конечно, нажимает, но это не помогает вообще. Да.
Но есть Хроно. Есть Хроно. Как в нем кого-то убить, не очень понятно. Так, ну что, втроем будут пытаться дефаться? Хотя там до белочки 10 секунд. Да я думаю, надо отдавать вторую. Если пойдут Луна Гейминг, то я думаю, надо вторую отдавать, потому что без правила беста не хочется. Вообще не хочется в меньшинстве драться сейчас. И так Аегис у соперника, и так по голде явно проигрывает. А Войта готов, смотри, он стоит на готовности. Знает ли он, что стоит прям около Банши, который прямо сейчас может накинуть ему сайленс? Вот Банша-то знает, но прям туда и пингует. Бэкдор сейчас выключится. Но БКБ хотя бы имеется. Это продолжает бить печально. В сторону Кома. Все в позиции стоят. Нет, и отошел, да, просто отдают, будет отдавать. Отдают вторую сторону. Ну тут действительно не подерешься. Когда ты так проигрываешь, ты вообще не хочешь в меньшинстве что делать. Тебе хочется наоборот 5 в 1 напасть, хотя бы что-то получить. Там уже почти сатаник, насколько я понимаю, морфа. Да. Но он, наверное, даже купит его, да? Купил сатаник, летит уже. Да, вот с ним уже. Но кончается Аегис. Ну, сатаник быть... на самом деле, это своего рода Аегис, на самом деле. Его нужно как-то. Ну, сатаник фруна не нажмешь. Это народная мудрость. Фольклор, можно сказать. То есть, может быть, за Хроно как-то его пробить, но хотя тяжело. Кстати, драка тут тем временем начинается какая-то. Вот он Морфинг, который пытался напрыгнуть суппортов. Здесь же Death Profit, должна умирать Белка, и умирает также Дазл. Слишком быстро умирают суппорты команды Elise Team. Вот он купол. Он стоит на кунке. Дэмэджа по нему не хватает. Отсюда приходится уходить в Айду. И Primal Beast отсюда тоже вряд ли уже уйдет. И это закономерная ГГ. Да. Все-таки это закономерная ГГ. Дожали Luna Gaming, хоть и пытались Elise Team здесь что-то сделать. Вроде бы попытка была хорошая, но вот парочка драк, которые вот они неудачно дали... Нет, заявка хорошая была на камбэк, то есть, правда, отлично подрались, все вернули в ноль, и как-то даже сами агрессировали, что у них все на какое-то время получалось. Но по итогу очень просели два кора, кроме Войда. То есть Войд имел хороший нетворс, но он за Хроно не мог никого пробить. Еще проблема. Суппорты или сетим слишком быстро умирают. То есть драка еще путем как-то, да, не, да, начинается, очень, двух суппортов уже нет. Да, очень давили Луна, то есть они прыгали все время с даггеров очень глубоко. И что с этим делать? Вот, ну, то есть вы играете 3 в 5, по сути. При том, что у тебя Primal Beast, который урона как таким образом не вносит, он по большому счету, знаешь, для контроля, для того, чтобы это как-то под... Да он вносит, но там столько он голды уже проигрывает, здесь что уже, ему да, тяжело. Здесь, да, уже урона от него абсолютно не было, поэтому... Ну, на самом деле, тут надо думать, проблема все-таки в пиках была. Ну, думать это не про нас. Да, думать по большому счету это не про нас, но пока что у нас есть время, почему бы не подумать. Ну, если подумать. Может быть, вот пак, может быть, не надо было этого пака брать. То есть они, конечно, кунку не видели еще тогда, но как будто бы на линиях хотелось бы получше, чтобы было. Войд, да, хорошо линию постоял в боте, ну, как-то там. В миду там все очень плохо было. А вот в миду, да, пак сильно линию проиграл, и потом много времени ему надо набирать какие-то артефакты. Ну, вот как раз я говорю, что это не про нас, время пришло. Давайте, ребятки, аналитика пошла. И снова здравствуйте. У микрофонов по-прежнему Your Body Hit и Культ. Смотрим мы вторую карту противостояния Luna Gaming против Elise Team. Пики у нас уже были на экранах. Пиков, да, больше нет. Что можешь сказать? Мне нравится Урса. Урса хороший, мне кажется, last пик тут. Да, это интересно, но вот Эмбер против Бэтрайдера. Это очень смело, как по мне. Ну, сейчас посмотрим, они же видели Бэтрайдера. Да, но просто я видел уже этот матчап, причем не один раз. И там все очень плохо. Ну вот прям очень плохо. Я не знаю, как ему нужно будет исхитряться. Может быть, если был бы нейтральный кемп, как в прошлом патче. Типа камбэчить за счет, да, всего. Да, да, но сейчас я, честно говоря, даже не представляю, как это будет линия стояться, поэтому будем внимательно за ней наблюдать. Ну, по, ну, посмотрим, посмотрим, что у него в миде получится. Пока смог жмет Луна Гейминг. А Elise Team просто расходятся по линиям. Ну, здесь ФБ потенциал у кого побольше? Мне кажется, наверное, все-таки Luna Gaming будет. Они уже, ну, вот именно такой, в стычке на рунах, наверное, да. А вот на линиях очень, кстати, Elise Team, вот их такая, как сказать, сигна, вайпером К-линия. Так они много раз играли, ни разу не проигрывали. Да, вот эта линия достаточно сильная, и мне кажется, вот она должна выигрываться, но вот в мету... В миду будем надеяться, что все будет достаточно хорошо для Эмбер Спирита. Как уже отмечал у нас там один из аналитиков, мне тоже будет интересно посмотреть на этот матчап, потому что сам, как я уже сказал, наблюдал за этим. И вот в исполнении этих игроков это будет крайне интересно, потому что пикнули они его осознанно, как ты уже говорил. Значит, ну, есть какой-то план. Видимо, считаю, что постоит. Да, и будут его, собственно говоря, придерживаться. Будет. Так, ну и что, 10 секунд до появления рул.
Соответственно, варды уже стоят. Кстати, я не помню, там сломали вард. Свой же, если я не ошибаюсь. Но это не важно, потому что тут на руне уже начинается какой-то кипиш. Умирает здесь просто феечка. Причем достаточно легко она здесь умирает. Никто за нее впрягаться не стал. По рунам у нас что получается? 2-2. Ну, феечка забрала. Наверное, 3-1 будет по этому поводу. А, да-да-да, 3-1 получается по рунам. О, сбили МК с ветки, будут бить его. Ну, не факт, что получится прям пробить сильно. Стан еще есть. Хотя... Кстати, урон задоджил от стана, но какой-то. Это, наверное, не поможет все-таки. Нет, фейрика умирает. Я как-то не думал, что так много урона ему нанесут. И 1-1 счет, триплой встают пока что у Ногейминг, пытаются еще, может быть, и это, вайпера, кстати, подловить. На самом деле абсолютно правильно, потому что вайпера вначале нужно гнобить максимально, не давать ему вообще дышать. Если старт у него плохой, то по игре ему достаточно сложно камбэкаться с линии. Должен, кстати, здесь, скорее всего, отправляться в таверну, МК здесь ему никак не поможет. Да, до конца решил подраться уже с ЦК, немножко его подпробить. И начинается очень плохо бот для Illicit Team. Что, зря похвалил МК четверку? Нет, ну посмотрим, все-таки сигнатурка. Должны что-то придумать, ребята. Единственное, что МК уже как-то тоже прогоняют с линии, неприятно. В топе Урса Шедоу Демон против Марса. Пока что просто против Марса. Может быть, вилка еще стянется все-таки сюда. Не факт, что они до конца будут триплей стоять. Да, потому что Марсу там одному сложно достаточно будет, особенно с уровнем на Урсе. Шедоу Демон стягивается в бот. Будет 3-3 стоять. Вот мне просто единственное, что не нравилось у Illicit, это линия Урса Шедоу Демона. Она какая-то такая... Никакая, она пассивная очень. Слушай, ну вот они пытаются сейчас кого-то поймать, но, по-моему, уже не получается никак. Тут на развороте ЦК, станчик, хорошо. По вайперам пока что проблемы, должны, наверное, здесь все-таки умирать. Будет размен, там 4 стака. Да, умирает еще и феечка. Начинает грызть потихоньку МК, но нет, ЦК просто уходит бить своих крипчиков. Ну, размен, между прочим, тройку на пятерку. Да, и у вайпера все очень плохо. Без ТП он с маке будет бежать в бот-линию, ноль крипов. Левел, скорее всего, тоже у него один еще. Ну, может, второй где-то и апнул. Слушай, в миду каким-то образом смог пробить бит-райдера, Эмбер Спирит. Пока что для него комфортно, но как будет дальше, посмотрим. Ну, вот-вот, начинается. Вот они напалмы, то есть буквально чуть-чуть вышел на речку. И уже больше половины хп потерял. Стики, конечно, спасают, как бы тут не ошибиться. Хорошая привязка под тавром. Ботл пока спасает, а не заигрался ли? Нет, все-таки переагрил. Да, сейчас сильно крипа. Хотел он стаки обновить на Эмбере, немножко не успел. Но ботл долетел. Слушай, ну у вайпера проблемы. И да, вот... была уже игра. Там играл на вайпере Пижон. У него ник. И там точно так же, короче, сделали, поставили против него триплу, он там умер очень много раз, очень плохой нетворд был, но две другие линии выиграли с его командой, и он по итогу просто лес качал, минут 15 потом вышел, они трон снесли. Ты то есть, как думаешь, вычинить? Будет повторение? А у него там еще билд был безумный, он там купил Мидас, Тревела, Даггер, по-моему, или Мидас, Тревела, Арчи, Даггер, что-то такое. Ну, на самом деле, не знаю, мне кажется, в такой игре достаточно сложно ему будет камбэкаться. Эмбер, конечно, тут... Пока что у него все хорошо. Как будет дальше, пока не совсем понятно, но... Вот Урса, конечно, это хороший пик. Вот здесь она очень многое может сделать. И вот хочется, как и вайпера, ее немножко так же подгнобить. Ну, конечно, не сейчас, может быть. На двух стульях не усидишь, да, надо выбирать. Со временем, конечно. Но тем не менее. Ну, немножко вайпер получил крипов. Все-таки первый уровень на третьей минуте, ой-ой-ой. Очень неприятно Алыму. Поднял он вот второй, как раз появляется коррозию скин. Ну туда он чисто на защиту уже, наверное, должен играть. Да, с таким подходом Луна действует. Но здесь, на самом деле-то, у них тоже неплохая трипла. То есть старт они, может, и отдали, но так, нападение ну вот он на вайпера. Да, снова пытается вгрызаться в вайпера. Вот он МК, хороший танчик по двоим героям. Проблемы сейчас небольшие у Death Prophet. Но размен, скорее всего, будет. Нет, феечка вроде уходит или не уходит. Пока непонятно, но Shadow Demon... умирает абсолютно точно. Еще и ДП выжила. Как-то рассинхрон у Illicit Team, все разные герои, да, вбили. Разные вайпер в одного взяли. Плюет, с вилкой дерется Shadow Demon 1 на 1, и МК эту ДПшку гонит. Никого не убили, но сильно пробили. И теперь уже сами Луну, наверное, нападать не очень хотят. Вайпер может немножко покачаться. Тут ЦК немного веселится со вторым скиллом. Забавно это смотрится на самом деле. Берет, кстати, себе сразу брейсер. Ну, стиканы, это понятно. Ну, в триплу, наверное, хочется, да, какой-то брейсер иметь до БТшки. Чтобы пожирнее быть, подраться пораньше. Ну и хотят, смотри, Illicit Team прям хотят дальше пытаться найти какую-то драку. Ну вот им бы да, им на самом деле тут один раз хорошо подраться и уже терпимо все.
Интересно, как курсы здесь справляются, стики пока. Ну, как-то пока справляется, но 18-2 на 26, Марс себя покомфортнее чувствует. То есть может забить на Вайпера просто? Сместить вот эту вот МК. Нет, ты видишь, если ты сейчас уйдешь с бота, то Вайпер просто начнет заплевывать. Как и суппорта твоего, так и ЦК. Нет, и я как раз про Illicit Team. А, то есть оставить его одного, пусть терпит, имеешь? Да, да, ну пусть страдает, ладно. Хотя тут, кстати, как раз таки у ЦК проблемы, все-таки пробивает его, смогли забрать его. Как раз фраг забирает именно Вайпер, это немаловажно на самом деле для него. Может быть еще фейка умрет, два стака не есть, еще парочку есть попасть. Один есть. Ну, стики спасли. Да, хотя дальше подставляется. Стиков выживет, наверное. И не угадывает, что демон. А еще один стак бы и все. Ну, на Карпалях, конечно, выживает. Ну, фраг получает Вайпер. Там сразу, кстати, курьер уже подлетел, там, возможно, ресурсы имеются, должен отхилиться. Ну и вот к тому, что может Вайпер, ну пусть он терпит, да, как-то лужу покачает, пойдет след фармить. Ну я думаю, у них, знаешь, у них план такой, что... Что Урса так. И так постоит? Да-да-да. Кстати, подожди, какая-то очередная драка начинается, спрятали тут ЦК, не дают ему сейчас вносить дэмэдж, за это время умирает сейчас Деспрофит, и очень быстро собрали МК, дальше, наверное, не пойдут. Мне кажется, у них план такой, что, знаешь, они сидят в тимспике, и вот игрок на Урсе, они спрашивают, ты пока там нормально? Говорит, да пока нормально, пока стоим. Я позову, если надо. Да-да-да, если что, я крикну, мужики. И, собственно, пока стоят, пока нормально. Смогли ее, собственно, убить из ЦК, хоть как-то его притормозить. Да, Бэтрайдер хочет баунти собрать. Соберет ее, пока ровно стоят в миде, причем очень ровно, 21-8, 22-9. Я удивлен, честно говоря. Вот это большая похвала Эмбер Спириту. Как он это умудрился сделать, то есть это явно, ну, не просто стояние в миду, знаешь, где ты просто прибьешь крипов, там нужно что-то как-то придумывать, исхищряться для того, чтобы, ну, пробить в каком-то... Или подожди, вот он Эмбер все-таки задоджил или не задоджил, должен, наверное, умереть, хотя, подожди, на стиках играет и заберет даже сейчас, да, он забирает. Отлично сыграно. Как он справился, мы можем видеть по билду, просто игнорирует он щит, который и так бы слетал очень быстро. Да, он просто взял полностью себя в дэмэдж. Да, и чейнит этого по КД Бэтрайдером. Так, ну ЦК тем временем немножко смещают сейчас в лесочек, пока линия пропущена. Да, и Вайпер потихоньку набирает. Между прочим, отрыв 10 крипов уже составляет. Конечно, тоже немало, но лучше, чем было в начале. Эмбер, мы бы с Ремнанта на базу, но вот Ремнант 4 секунды еще КД. Да и маны немножко не хватает. Ну там стиль какой-нибудь нажать. Так, ну вот на Урса, пока еще терпит, пока стоит. В боте опять очередная драка начинается. Деспрофит немножечко подставляется. Ну и уже будет погибать замедление, палка еще есть. Вайпер запрет ее просто подвиженным. А вот если бы Сифон раскинул, мне кажется, может быть, подольше пожил бы. Гайк убирает соло Урсу в топе. Ой, даже вот арену интересно. Не ставил. Вот это интересно, потому что соло фраги у нас сейчас, насколько я знаю, очень сильно ценятся. Очень сильно ценятся. Как-то не среагировал стонбан, культ у него остался еще неиспользованным. Много экспы получил, золото. 500 опыта. Это ж, по-моему, там почти половина левела, если не больше. Кстати, и вот он выход сейчас на Хаус Найта. Спрятали его, здесь имеется также Деспрофит, сюда еще и летит феечка. Возможно, будут пытаться на развороте. Вот он, Вайпер, станчик. Ну, вроде должны забирать его, хотя подходит сюда еще и МК. Или да, нет? Да, как-то прям уходит. Так агрессивно побежали, или сетим. Немножко странно, может, думали, что ТП-шнулась, вилка на топ и не сможет подойти. Да, телепорт у нее имелся очень грамотно. Да и Бэтрайдер мог сместиться, в общем. Не очень удачно получилось, Вайпер погибает в очередной раз. Ой, Деспрофит, смотри, с транквилами. Стоит, кайфует, просто регенится. Копье в Урсу. Кстати, а вот он, Бэтрайдер, приходит просто наверх, убивает сейчас Урсу, который, насколько я понимаю... Или не убивает, подожди, успевает нажать ультимейт, может, пытается... размен будет. Разменять сейчас на Марса, но сюда еще и подходит Шадоу Демон, идет дальше пока что. Урса маны нет сейчас у Марса. Скоро откатится с пылы, у него раньше был. А Солнринг у него есть, мне интересно? Так, там снова убили каким-то образом Вайпера. Вместе с ЦК, очевидно. Стянули, потому что Шадоу Демона, тут уже попроще его забирать. Дальше гонит этого Марса, но тут уже подходит Эмбер Спирит. Да, находит очередной фраг себе, это похвально, Эмбер пока хорошо все получается. И убил Бэтрайдера в миде, 1-2, можно сказать. Здесь сместился на Марса. Но то, что Урса выжила, это на самом деле упущение от Луны Гейминг. Потому что много времени на него потратили, плюс туда еще... Ну там ульт он успел нажать, стянулся Шадоу Демон, уже ничего не попишешь. Ой, смотри, как гонят. Ой, не дотянулся. Стик нажал. А, это стик был? Да, ну все равно погибнет.
Киллинг спрей уже у комы. 5-1-4 у него КДА на 9-й минуте. Довольно такой неплохой результат. Ну, и очень активно. Все хорошо должно быть. Активная пока что дота. И всего тысяча. Ой, подожди, проблемы сейчас у Урса. Ультимейт имеется, все в порядке. Хочется, чтобы кто-то подошел, помог, но никого здесь рядом нет. И туда же дальше подходит Шадоу Демон. Копье будет через секунду, надо, наверное, отойти к стунбанку. Так, ну вот она феечка. Здесь же МК. Будет пытаться забрать Марс. Он просто откидывается и отсюда уходит. Ну, 3 стака на нем есть. Может быть, еще как-то палка, 4-й стак. Не, по-моему, должен выживать. Хотя, если еще пару стаков... 5-й есть и убивает. Какой уровень? Много так нанесло. 5-й, что ли, он был? Это да. Откуда у него такой уровень? 10-й, он же в тепле стоял. У него 5-1-1 на Шадоу Демоне. Соливар. Вот это интересно. Батл Фури выходит Урса. 1000 голды после кольца имеется. ПТшка тоже есть. Слушай, ну и Бетрайдер выставил, я бы даже сказал, более чем, потому что на 1000 золота он обгоняет сейчас. Эмбер Спирит обгоняет Бетрайдера. Да, еще и ДД он сейчас получит. Можно сместиться под эту руну или в топ, или попробовать Бетрайдера, может быть, убить в миде. А тут жмется экзорцизм и будут пушить вышку. 5-й уровень, вайпер на 11-й. Будут ли дефать? Вот, кстати, под ДД Эмбер Спирита может подефать экзорцизм? Все, даже ему вполне по силам, но он ТП, правда, тратил. Учитывая его билд, можно было бы попробовать, дэмэджа много было бы. Ну, от него ультимейт отдает в иллюзию. Ну, он так уже. Пусть будет. Это интересное решение. БМ от Хаус Найта какой-то. После ульты в иллюзии. Ну что, ну пока что Элиси Тим хорошо начинают. У них прям... такой. Как сказать хорошо? Ну ты вот Эмбер на змею смотришь, Урса. И как-то уже нехорошо, по-моему. Да, вайпер, вот ты сам говорил, вот вспомни то, что ты рассказывал. Да, да, Медастры вала в лес. Да. От него тут, по сути, там многое не нужно. Тут главную роль сейчас играет, скорее всего, Эмбер и Урса. Кстати, идут сейчас забирать. Да, дает Vision МК и заплюет, наверное, вайпер. Кстати, Дейру. Ну, живет, конечно, долго за счет сифонов, долго, но долго. Вряд ли. Вайпер килл получает, вышку не получилось подефать, правда. Вот опять Урсу как-то надо добить, все-таки добивают в этот раз, ультимейт уже не спас. Да, не было. Ну пока сейчас... поувереннее Лунагейн смотрится, то есть есть какие-то выходы и от Элисит успешные, где-то героев убивают, но все равно и вышки пушатся Луной, и на эту Урсу постоянное давление оказывается. Хотя по нетворсу она держится пока еще хорошо. Ну и без Пелеса смотри, ДД отдал в никуда. То есть, ну они очевидно хотят как-то вышку здесь забрать. Или подожди, подходит сюда сейчас Бетрайдер, очень много дэмэджа по нему, хоть и пытается жить, но скорее всего должен умирать. Диспрофит уже здесь, но что ты сейчас делаешь? Пока я проникался страданиями вайпера, я не заметил, что Бетрайдер страдает не меньше. 3-400 на Творс, он как ДПшка. В принципе, они могут поменяться, можно делать вид, что Бетрайдер это пятерка. Диспрофит просто... плохо постоял. Да. Он же не мидер. Сейчас возьмете себе травела. Да. И ульчик, и пошел наваливать. Эмбер бежит за Марсом, знает, что ман нет, подвязывает, есть еще Шадоу Демон, и будет, похоже, погибать Гайк, ТП-шит сюда Бетрайдер, но он не успеет на Марса, хочет подцепить, может, просто кого-то, его закрывают сразу. И подходит еще два героя Луна Гейминг, надо катаритироваться Эмберу. Так, ну мана имеется, да, еще на Реминанте пока что отходят, а там но там феечка. Феечка просто в соло забирает. Сейчас Эмбер Спирита поймали, также еще и Шадоу Демона, и его здесь тоже забирают. Хорошая реализация сейчас от Элисит. О, извиняюсь, от Луна Гейминг. Да, быстро стянулись, смогли наказать за агрессию, и хороший фраг. Фраг хороший, но Марс погиб, конечно, неприятно. Да, у Марса все замечательно, то есть у него... ну так хотя это еще неприятнее. Да, с другой стороны, много отдал. Урса смещается в тройку, вышки в боте уже нету и у той, и другой команды. Будут спокойно дофармливать свой БФ. А команда Луна Гейминг тем временем стягивается в мид. Есть ли экзорцизм? Есть экзорцизм, могут пробовать вышку снести за него. Сама ДП тоже, по-моему, в миде сейчас. Нападают сейчас на Бетрайдера. Ну вот здесь очень просто заберут, как-то загулял он здесь. Да, без вижена остался далеко, почему-то. Зашел. И в миде происходит пуш вышки с экзорцизмом. Будут ли дефать? Вот вопрос, да. Ну вроде пока стягиваются, пока яда, но они не успеют. Как сказать, там уже они близко, есть чуль Шадоу Демона, дается он в Марса. МК прыгает, будет и стан. Так, арена неплохая, умирает сейчас очень быстро МК, но... ну сразу минус 2 ответные, еще цепляют ДПшку, вайпер ее замедляет, за ней Эмбер идет Эмбер. Дальше, видит здесь Диспрофит, она пока что отхиливается, и вот он ЦК, уже один остался. Слишком как-то поздно подошел. Говорит, ладно, парни,
Не повезло, не фортануло, я пошел качать лес. Ну и отлично для лисиц, смотри, 1500 они за этот замес подняли, 3000 экспы, умер только МК, который в этой игре, можно сказать, пятерка. То есть 2000 на творство у него, что у демона при этом очень большой. У него КДА там безумный. Ну и шмотки, наверное, какие-то есть за счет этого. 1400 на руках, 8 уровень, у комы 9. Очень большой, что у демона. Заряженная урна, арканы уже есть. Как же бетрайдеру нравится качать вражеский лес? То есть он там один раз уже умер, он снова туда вернулся. Ну а в этот раз более удачно. Вот МК пошел искать его. Но он успешно оттуда, ну, бетрайдер оттуда убежал. Но он, возможно, захочет вернуться. И тут-то его и подловят. Преступник всегда возвращается на место преступления, да? Да-да-да, конечно. Ну, или Steam к этому готовы. Вот они уже заняли свой лесочек. Урса никуда не смещается, просто он качается. БФ уже летит. Да, летит уже БФ. Быстро нафармил потом. 6400 на Творса, сравнялся почти с ЦК уже. И с БФ он будет только быстрее фармить. Ну, учитывая две смерти, наверное, неплохой БФ. Да, вполне, с ПТ-шечкой, со стиком. Очень достойный тайминг. И большую вот Урсу, конечно, тут уже тяжело. Если сейчас ему дать оторваться как-то. Возможно, если они Рошаны. Ну, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, очень много контроля же имеется. То есть, это арена плюс копье, это лассо. Стан у ЦК тоже, знаешь, немаленькая длительность. Да, ну тут все упирается, нажмет ли ульт. То есть, если Урса нажала ульт, все. Его этим всем не возьмешь. А если до ульта кто-то подцепить, то, конечно, можно. Хочется, наверное, Элиситом забрать Рошана первого пораньше. Урса очень любит шар с Рошана. Ну, Луна тоже хочет, на самом деле. То есть у них и, ну, такая возможность есть очень быстро забрать Рошана. Под экзорцизм, типа, да? Выйти. Ну, есть, да, есть такой вариант тоже. Учитывая то, что вроде как была небольшая доминация, хотя сейчас мы видим, что по золоту в ноль уходят команды. Смачок для Луны Гейминг. Даггер появился у Марса, идут реализовывать. И могут очень хорошую цель найти в боте. Вот, например, Урсу. Но здесь Шаду Демон, который моментально должен все это дело подсейвить. Да, да, ой, хорошо спрятал. Не дал продлить. Есть так, ультимейт от Урсы быть, умирает сейчас, нет, пока еще никто не умирает, нет, умер Shadow Demon. Попытка сейчас забрать хотя бы Death Profit, но провально, умирает Урса. Ой, куда ж палочка МК, подошла. Не знаю, куда подошел на самом деле, хотя подожди, где целых три героя команды Elysian Team, умирает уже МК, умирает еще и Марс. Ну и размен, пока непонятно, драка продолжается. Лассо сейчас Вайпера, очень быстро должен умирать, остается только один Эмбер, заберет, конечно, феечку. Но не успеет, не успеет. Бэтрайдера уже ничего не осталось. 4 в 3, да, получается? 4 в 3, в плюс все-таки для Луны. Ну, немножко не хватило, да? Один удар по ДП Урсен. Плюс там еще МК обидно палкой промазал. Если бы попал, то, возможно, тоже попроще бы им было. И все это время ЦК фармит. Вот знаешь, вот драка вроде с одной стороны для команды Луна Гейминг, но все это время, ну, то есть, по большому счету, Эмбер всю экспу залутал. Да, там у Эмбера все очень хорошо. Да, там даже видно, что по золоту он единственный, кто что-то получил. Там даже немало. Ну, еще и... ДП, наверное, наш там трипл килл дала. Ну, я имею в виду из команды Elysian Team. И видишь, он врывает сейчас на топ-2 Нетворса. А вот Elysian Team сейчас такой герой нужен, который может сейчас побегать, кого-то поубивать, дать немножко время для Урсы. Да, большой Урса... Эмбер, согласен, очень важно. То есть он может много организовывать и киллов на карте, и, в принципе, кошмарить команду соперника. Того же ЦК Иллюзии, да, пока он не очень статовый. Очень хорошо он может убивать. Да, если хорошо пойдет, если что, Урса подтянется, говорит, ладно, братан, пойдем, я с тобой, я помогу. Ну, им хочется накачать просто медведя. Так, это очень агрессивно сейчас, вот так, через тачи пытается. Цепляют Бетика, ульт Шедого Демона пошел и будет погибать Чамби. Ну, феечка здесь. Там цепляет МК ЦК параллельно, но он успевает упрыгнуть как-то. Так, драка продолжается, вот она арена, пока еще живет Death Profit, попытка как-то убить Урсу, но у нее ультимейт, по-моему, уже работает, и она умирает, очень печально для нее. А здесь еще должны урона забрать и Shadow Демона, хороший выход. Там Эмбера просто стерло, что его стерло так? Он в секунду прям умер. И МК единственный выживший из тех, кто был в драке, Вайпер тут даже не стягивался. Вновь успешно для Луна Гейминг, наказали за агрессию. 2-300 урона ЦК, это он так Эмбера пробил, что ли? Это да. Ну, Эмбер, у него, насколько я знаю, не так много армора. Ну да, меня просто удивило, как будто в него какую-то лагуну дали. А лагуны-то и нет. Зато есть ЦК. У Эмбера БКБ скоро будет. Посложнее будет его уже цеплять. Но еще нужно немножко для этого пофармить.
Банша после трипл килла имеет хороший нетворс, почти как вайпер. И здесь кто кого цепляет, не очень понятно еще. Отлично. Ой, задочил. Но есть масс. Еще и копье ловит, большие проблемы. Сейчас у Эмбера хочет отсюда уйти, но пока не получается, умирает здесь он. Да, неприятно. Две смерти подряд, это более чем неприятно. Темп сильно очень сбивает герою. Еще обидно, что до БКБ так немного оставалось. Ну, хотелось бы уж как-то дофармить. Так, ну Шадоу Демон очень в наглую там пытался забрать вардик, его должны за это наказывать тем временем. Мажет палкой. Вот он Бетрайдер пытается найти. Ай, чуть-чуть не долетел, мог сейчас просто сломать дерево, на котором сидел МК, но не получилось. Все, сейчас все кнопки нажали у Битрайдера, но он живой, ЦК вырезает просто моментально этого вайпера. Да, как-то немножко вот с выходами не идет у Лисит. Дабы они не вышли, их ждет всегда несколько героев Луна Гейминг, сразу они сопротивление оказывают, теряются герои Лисит Тим. Вайпер, Эмбер по итогу сейчас мертвые. А все герои Луна Гейминг живые, ну Урса фармит. Этим можно себя утешать довольно долго. Хотя такой ЦК, 11-30 нетворс уже, между прочим, у Комы. Может очень много проблем создать. Так, ну и Луна Гейминг потихоньку стремятся уже к Рошану, судя по всему. Элиси Тим, наверное, должны пытаться как-то этого Рошана задефать. Хотя это первый Рошан. Ну, они нажали смог. Они нажали смог и стягиваются в ту сторону. Цепляют вроде как бы Трайдера, а Рошан не упрыгает. Кстати, очень много по урону по нему, Урса его просто сгрызает, но натратит ультимейт, на ней уже висит опасно. Очень много эффектов, хочется как-то ей помочь, очень много ЦК урона наносит, умирает Урса, и тут уже речь о дефа, о дефе. Тут арены нет, Рошана. Была бы арена, еще можно подумать. Рошана уже дефать, скорее всего, не будут, хотя вроде бы здесь все еще находится, неужели пойдут? Может, Эмбер пробует своровать? Красиво сдожил копье. Слушай, они идут. Да-да, и выходит, он на гейминг из рошпита, начинается драка. Тут непонятно пока, ой, что. Стянули вайпера. Ну и очень быстро умирает вайпер. Ну, фистами хорошо, Эмбер дамажит, почти убил даже вилку с ремнанта. Тут можно и Урс профит проблемы. Мимо просто арена полностью от Марса, нужно теперь отсюда, наверное, отходить. Подвяжет скоро, подвязал ДПшку. Арена кончается, будут ли ее бить. Страшновато немножко, Сайленс он поймал, его стягивают. ЦК на месте вместе с БКБшкой. Есть пытаются спрятать. Наваливать, как же много урона, не подсейвить его. Не подсейвить, это все нейтралка вот новая. 40 да. Урона она ему дает, очень да. Больно бьет. Но Эмбер прям как в Матрице в этой драке был. Но он очень много сделал, по сути Рошан-то они задефали, я насколько понимаю, он еще не упал. Не упал, и Урса уже живая. Ой, хорошее копье, как удачно, точнее наоборот, неудачно прыгает сюда. МК, вроде должны его забирать, хоть что-то да, долго он живет. Да, куда-то там убежать ему тяжело будет. Слушай, а может и выживет? Банка нет, еще. Догорит. Что, а мог же спрятать? Спрятал. Мог же спрятать? Не мог, мог, он что-то не среагировал. Ну не поверил, наверное, что да, да, так наверное. Долго жить будет. Все-таки поймал Эмбер по итогу Сайленс и успел еще стянуть его ЦК, что немаловажно. Бьют опять Рошана. Слушай, ну Элиси Тим не отходит, они просто говорят, мы так просто Рошана не отдадим, мы никуда отсюда не уйдем. Рошан сейчас упадет. Да, падает Рошан, Кома забирает Аегис. Все-таки отдали Рошана, говорят, ну ладно, невелика потеря, мы еще пофармим. Так, ну и теперь топ нетворс, ЦК на карте имеет Аегис, 6 тысяч преимущества Луны Гейминг. Ждать экзорцизма и пойти спушить Т2, наверное, план такой. Забрать аванпост, потом заходить карту. Да, слушай, ну по большому счету, вот мы видим, что Эмбер, вот у него сейчас шмоток, по сути-то, не так уж и много. Их но... не прибавилось за последние его 3 смерти. Это проблема, да. Но все, никак я к тому, что добьется. Я к тому, что даже так, импакта от него очень много. То есть взять тот факт, что в какой-то степени он в соло этого Рошана очень долго, ну, пытался, по крайней мере, да, дефать. Он там задоджил копье, задоджил арену, задоджил стан вилки, ну, деспрофит настигла его все-таки. И не было дизрапшена, что у демона, к сожалению. То есть смотри, у него еще появляется БКБ, еще пару шмоток на урон, и все шансы, на самом деле, у Лиси Тим нужно как-то вот дожить до этого момента, до пика силы. Ну как-то им нужно, да, накачать медведя, накачать Эмбера, вайперу тоже какую-нибудь БКБшку, там что-нибудь, не знаю, Лотус, ну Лотус. Ну, кстати, Лотус. Ну, Лотус плохо. Все равно погибать он будет. Что-нибудь, в общем, еще получить. И как-то подраться ЦК. Урса может перебить ЦК. С Battle Fury, если много шмоток, вполне себе. Но того, что имеется у Stormbank, недостаточно на данный момент. Еще 900 голды БКБ. То есть проблема в том, что сейчас ЦК очень много дамажит. Он когда стягивает, прям любого героя просто стирает. И ничего не сделает с этим. Нет, ну вроде есть Shadow Demon, но как-то, знаешь, не хватает его. А ему много на что надо тратить. И из-под копья подсейвить, и лассо закрыть, и еще ЦК этот стягивает. Там не хватит столько кнопок. Смог, так, ну и смачок заходит сейчас во вражеский лес. Но здесь уже и так ЦК фармит. А мне показалось ли они на вражеском... Да-да, есть варды. Есть варды у Лиси Тим. ЦК они, по крайней мере, видят. Угу. Но смог не на варде, по-моему, был нажат.
Так, понимает, что в лесу никого нет, понимает, что да? В тройке тоже себя никого нет. В лесу где-то должны быть персонажи, идут сразу же туда. Урсу могут найти, но у нее даггер имеется. Ой, как же не хочется сейчас умирать, потому что БКБ очень близко. Все нормально, ушел на Урсе он, и тиммейты его должны тоже убегать, кто розовый. Цепляют вайпера все-таки, не смог он уйти. Настигли Гатюгу, очень быстро должны ее здесь убивать, ничего не сделать. Но не такая большая потеря, потому что могли ну, забрать долго Урсу. Все-таки бежали еще, да, Урса ушла, в принципе, не так плохо. Слушай, ЦК здесь один в меду, не ошибка ли это? Ну, у него там 2600 хп, 9 армора, БКБ есть, я бы на него не нападал. Минус арена. Минус арена, минус копье, Архимонд выживает. И здесь Эмбер начинает фистами откидывать. Тараску поставил ЦК в кикбай. Тараска... Не знаю, мне не нравится вообще Тараска артефакт. Мне кажется, слабо. Ну, видишь, у него расчет больше на то, что дэмэджа пока и так хватает. Хочется больше жить, хотя против Урсы... Ну вот просто против Урсы, да, Тараска, может, Кираса тогда. Ну посмотрим, как это будет работать. Тем временем спрятали сейчас ЦК, все еще имеется у него Егис. Вот он на лассо по Эмберу, хочется как-то очень быстро сбрить, но почему-то ЦК пока еще не бьет БКБ, нажимает на Эмбер, понимает, что нужно переключиться. Вот она, арена от МК. А, так, ну и ЦК теперь уже само проблема, хотя все еще ну, есть Егис. Ну еще есть, БКБ еще есть. Может, так, выбьет это Аегис. Минус Аегис. Да. Это минус Аегис, а Урса уже умерла. Также Марс страдает, вайпер в него плюет, будет погибать Гайк. Ну и дальше, наверное, будет концерт ЦК сольный. БКБ осталось. Так, ну нужно как-то ему все-таки помочь. БКБ нажимает, вот теперь уже помощь не а нужна. Сколько экзорцизм действует? Закрывать. Да. Умирает еще и Шадоу Демон, у Эмбера проблемы. Сало на него повешали, станчики, это должны закрывать абсолютно точно. Стан Кентавра, подожди, не успел кончиться Сайленс. Почти, почти кончился. 5 в 2, да? Ну, конечно, не устраивает такой результат Illicit Team. 5 в 3. 5 в 3. Отдали голды, отдали экспы. Нету пока на ЦК приема. Да, Аегис смогли выбить, но второй раз уже совершенно нечем бить. БКБ он нажимает, совершенно неуязвимый, всех режет. Слушай, ну вот так, если смотреть, то, наверное, все-таки Тараска мне нравится на ЦК, потому что Урса пока ничего не делает. Ну, то есть просто темповать, да? Да. Чтобы он зашел на хайграунд, и его никак не выбили оттуда. Ну, вот в этом файте Урса, вот мы видели по итогам боя, что вот дэмэджа от нее вообще почти ничего не было. Да, Урсе пока очень тяжело. То есть до какого-то момента ЦК очень хорошо пусть не работает. Кстати, возможно, сейчас будет пытаться цеплять знаешь, этого ЦК. А вот он станчик, пошло замедление. Кстати, сразу отпрыгивает. Ой, как грамотно. Хорошо, вот она Урса прыгает. Пытается напрыгать сюда. Ультимейт, кстати, сразу жмет. Ну так ультимейтом раскидывается. Да. Не жалею. А помочь бы как-нибудь ему. Вот она арена, но должен умирать здесь ЦК. Это уже неприятно на самом деле. Так, и еще Марса цепляет, Урса будет за ним бежать. Там Эмбер тоже. Феечка в соло забирает МК. Также станчик висит. Но здесь и Эмбер. И Урса тоже здесь. Бетрайдер врывается, но БКБ нажимает Эмбер Спирит. Мажет копье Марс, не подцепил Урсу, но есть лассо. Лассо хорошее, правда, сразу прячет Шадоу Демон. Умирает здесь уже феечка. Эмберу, нет, наоборот, Бетрайдеру отсюда нужно уходить, будет потому что Эмбер готов крушить все, что видит. Не подвязал, маны, видимо, не хватает. И уходит Бетик, 2 в 1, но это вот это очень хорошо. Ну, главное, что ЦК убили, с него же очень много дают. Да, 2000, 7000 экспы. То есть они за вот эти 2 килла получили почти столько же, как за весь минус 5 луногейминг. Да. Чуть-чуть меньше. А все потому, что умер именно Хаус Найт. Да, у него был и стрик, и нетворс у него сам по себе большой. И новая формула, там еще голды за стрики и экспы. Так, ну и все, сразу качает вражеский лесочек. Должны сейчас ставить вардики Illicit Team, и уже будет жить попроще немножко. Да, вот для меня лично странно, что так тяжело драться Illicit Team. Да, проигрывают 3000, но 3000 это как бы не то чтобы очень много, и вроде бы у Урсы есть какие-то деньги, и у Эмбера все хорошо, да, вайпер немножко проседает. Ну тоже как бы, в принципе, на уровне с Бетрайдером он. То есть неужели большая банша столько делает? Да, тут на самом деле много факторов. То есть, вот опять-таки Урса очень часто умирает за лассо, допустим. Ну, хотя есть дизрапшн вроде как, и вот в этот раз закрыл, он спас. Не хватает. Что, будет драка в миде, похоже, что, 5 на 5. Стягивает вот ЦК, Саул жмет. Кстати, проблема, но БКБ нажимает Бетрайдер. И умрет быстро. ЦК пока еще стоит в стане, кстати, очень хотелось бы как-нибудь ему убить. Урса вгрызается сейчас в ЦК, хотелось бы ему помочь, он нажимает БКБ, пока что отходит. Так, а БКБ-то сейчас кончится. И прыгнет МК. Но не замедлил, не замедлил, не успел. По-моему, наоборот, рановато прыгнул, пока еще БКБ действовал. Да, да, вероятно так. Так, ну и что, размен, кстати, неплохой на самом деле, хотя...
что тут происходит. Это станчик, непонятно от кого был. Кстати, врубается Урса, очень много дэмэджа по Death Prophet, правда ее сразу же копьем прибивают. Но БКБ нету сейчас у ЦК, это большая проблема, потому что Урса в него вгрызается, хотя не хватает урона, умирает сам Урса. Она просто обузит армлет. Но ведь должен умирать здесь гадюка, хоть и пытается НК здесь что-то сделать, но 1 в 3, наверное, вряд ли уже получится. Да, как второй волной очень удачно Луна Гейминг начали. Казалось, почти вот один стак еще бы, да, по ЦК, и уже все, уже бы он погиб. Смотри, сколько урона нанесли герои. По 12 тысяч команда. Очень много. Но тоненько его сейчас ЦК сыграл, на самом деле. Там вот да, почти. Почти хватило. Переобузил нормлет, и там уже тарасочка помогла. Вот бабочку покупать. Вот бабочка круто против Урсы. Это прям мера. Потому что МКБ ты не хочешь брать, у тебя и денег нет МКБ взять. А там и армор она дает, и у вороты сразу. Единственная проблема, они не ломают товара. Вот сейчас хотелось бы какую-нибудь вышку в меду сломать. Да, нет экзорцизма, это, но все равно у вас нет 4 противников. Но уже не так долго осталось до второго Рошана. Как раз вот скан уже из-за тьма, видимо, он может по таймингам заспауниться уже. И второй Рошан, он скорее вот как геймченджинг будет, потому что если заберут вдруг Elicit Team, то это Урсия Шард. Это ее не так легко пробить сразу. А если Луна Гейминг, то это Егис СК опять, и он 19 тысяч творцы пойдет, просто базу здесь несет. За него нужно драться очень ожесточенно, какие-то байбеки готовить. Варды поставить опять же. Битрайдер Вичблейд решил себе купить, почти у него он есть, АЦК. Поменял, кстати, выбор. Решил Бладторн купить, а не Баттерфляй. Ну, видимо, чувствует, что уже урона не так сильно хватает на самом-то деле. Ну, Бладторн это более как бы глобально. То есть Баттерфляй это против Урсы, да, очень круто. Ну, против остальных героев, как бы, не то что агрессивно, заходит на Рошана, а знают ли Луна Гейминг вообще. Они Если все в боте. Если прям очень сильно хотят того Рошана, потому что там сейчас должен понять. Быть шардик. Луна Гейминг пока в миде успеют забрать. Ой, быстро, очень быстро падает Рошан, не успевает сюда Луна Гейминг, хоть и нажимает смоки, и драка уже, скорее всего, будет с Аегисом на Урсе. Да можно просто шардом. Выйти аккуратно, Элисит. Хотят да. ли? Командно вышли. Ну, перегруппироваться, что там. Так, ну это смог на самом деле. Да. Идут, Elicit Team. Понимаю, что хотят драться, вот на Лассона, только МК. Арена сейчас Shadow Демона. Марса проблемы должны вроде бы его здесь выгрызать. Умирает уже очень быстро. Очень много урона сейчас от Death Prophet. Умирает буквально 2 героя. Разложился кома, бьет Фози. Фози тоже проседает. Урса жмет ульт. Сейчас будет убивать иллюзии. И байбек от вилки идет. Надо отойти немножко, Elicit. Да, БКБшки уже отдали. И Сайленс, но очень сложно, но цепляет Битрайдер Урсу. Очень быстро и много урона наносит ей, это минус Аегис. Так, БКБ. Что, будет пробовать догириться, а там куст, он не догернется. Нет, ему не получается отсюда уйти, и помощи не будет, и она умирает. Дважды причем умерла. Годлайк у Дейрена на пятерке ДП. Они еще и Эмбера цепляют, который без маны остается здесь. Он откидывает Реминант, но маны просто-напросто нет, тоже умирает. И Вайпера тут даже просто. Блин, ДП. Еще и Шаду Демона, если просто. Поймают, то это будет вообще тиль какой-то. Они его ловят. Да, большой будет таймер, 77 секунд, Let It Be будет сейф в таверне. Дейра трипл килл в этой игре, превосходит богов он. Ну и все, а теперь просто сломать вышки. Вот теперь, да, ломать вышки. Ну хотя бы не отдали Аегис или Elicit Team. То есть Аегис смогли забрать. Нетипичная игра, здесь большая часть преимущества Луны Гейминг не в корах, а как раз в саппортах. То есть панча 12500, это фактически там 1006 преимущества их, если не 7. Ну, эта банша, кстати, очень много делает. В очень этой драке много. Она... Ее не убить, она как кор просто бегает с этим экзорцизмом. Она буквально 2 суппортов в соло забрала, то есть это МК, это Дизраптор. Она в них грызлась и не отпустила уже. Пытался бы Трайдер найти здесь МК, но тот просто отпрыгнул отсюда. Так, ну что, на рампу пока не спешат Луна Гейминг. Отпушивает нижнюю линию, качает вражеский лесочек. Они тоже опять 102, наверное, начнут, как в прошлой игре. Точно так же оно стоит. Можно его забрать. БКБ МК почти дофармил. Ну, не очень сильно оно ему, наверное, поможет. Скорее всего, есть талант у ЦК на притягивание в БКБ. И он там даже варенье очень быстро разберет. Так, ну и что, МК все-таки нашли? Ну, да, подцепили его. Тут будет станчик в любом случае. Сейчас копье — это вопрос времени. Вот оно, копье. Забирают его, ну, пачку он убил, встретить. Это немаловажно. Пачку он смог убить, какое-то время оттягивает.
Ну, там экзорцизм уже потихоньку появляется. Кстати, делает из себя Ethereal Blade. 21 уровня ДП. Казуальная фарстав, юл, барабаны, кая. Ты видишь ее бай? Вообще, очень богатая. Ему, наверное, очень нравится эта игра. Да она, знаешь, с Этериала может и до Урсы докопаться. Да она до кого угодно, мне кажется, может. То есть, ладно, по голде она от него отстает, а по уровню, я не знаю, мне кажется, она вполне с ним сопоставима должна быть. Так, ну и Луна под смоком находит сейчас Вайпера, Вайпер нажимает БКБ, но спасет ли это? Ну, телепорта сюда пока нет, ультимейт от него. Форстав, хватает ли? Да, хватает стяжки, спокойно выбирает. Параллельно смогли убить Бетрайдера. Стоунбанк, и в принципе оттянули опять время Элисит. Что покупает Турса? Сатаник почти есть. Сатаник очень хорошо, очень нужен ей. Фозит остается линию, еще хочет протолкать немножко, видимо. Есть у него ремонт. И так, а вот она Урса, которая... Это она БКБ дала? 90 секунд теперь. Это неприятно, терпеть. Потому что... Ну, без Бетрайдера, наверное, не очень хочется все равно идти на ХГ. Как бы начать тяжело получается. ЦК без даггера, ДП без даггера. Только Бетрайдер может. Ну, Марс еще, правда, есть. Как вариант. МК, кстати, себе БКБ покупает. Может быть, получится какой-то импакт сделать. Теперь уже арену так просто не сломать от него. Ну, я не знаю, мне кажется, если ЦК подтянет, то все равно очень быстро он погибнет. Но, с другой стороны, тогда ЦК подтянет его, а не кого-то еще. Да, да. Кстати, Урса пытается сейчас вгрызться в Хаос Найта. Вгрызается неплохо, кстати. Он, более того, настакал на нем пассивочку. Да, и БКБ тут прожал, пока отходит. Надо ему пережидать, пока стаки спадут. Вот в таких каких-то единичных моментах кажется, что вполне, да, все неплохо увеличит. Вроде Урса пробивает этого ЦК и находит какие-то фраги на Бетрайдере, но пока 5 на 5 очень им тяжело. Не получается хорошо подраться, цепляет вот белка, это Урса. Ой, а Урса-то БКБ еще нету, насколько я понимаю. Вот она, вот он Марс. МК должны здесь очень быстро убивать. Хотят ли вгрызаться в кого-нибудь? ЦК пока что просто бегает, проблема у Деспрофит, она здесь умирает. Так, смогут ли отойти? Главный вопрос. 10 секунд БКБ КД, еще Урса. Так, нет, все-таки снимает Сайленс сейчас Лоту с Орбом. Хорошее копье по Урсе. Так, ну и уже двоих забирает ЦК, кстати, может быть его пробить попробовать? Сейчас будет БКБ ульт у нее. Нет, все-таки лосо пока еще спасает. Нужно как-то в ней дэмэдж влить в это лосо, но ЦК пока еще никого не бьет совершенно. Вот сейчас должен мне пока только иллюзия отправлять. Ждет своего БКБ, очевидно. Иллюзии погибли и будет бить Марса. Так Урса может у всех попробовать убить. 4 секунды падает, уйдет ЦК. А почему они здесь остаются, я не понимаю, честно говоря. ЦК никого не бьет и просто стоит, умирают здесь просто три героя Луна Гейминг. Ну как сказать, почему остаются? Ты пробовал от медведя убежать? Медведи очень быстро бегают. Только дайте одного, они просто. Вот ЦК просто бегал рядом. Я бы с тобой в поход не ходил после таких заявлений. Как-то это не очень надежно. Это логично, понимаешь, логика. Нужно всегда. Оставлять одного, да, я понял. Да? Самого слабого. Кто быстрее, тот и уходит, как говорится. Тот и убегает. Ну, выжил хотя бы ЦК, выжил Бетик. Но вот такая какая-то неплохая драка для Лисит получилась. Так я просто не понял того, что вот было лосо по Урсе, а ЦК не стал его бить, он просто рядышком стоял. ЦК не было фантазма, БКБ не было, он, видимо, испугался. Так а зачем тогда это лосо? А чего они остались? Они же могли просто выйти. Кстати, подождите, временем. Тот самый ЦК, как же много урона по Урсе, нужно как-то ей помочь. Получится линия, нажимает он сейчас и сатаник, и ультимейт, очень много отхиливается. Проблемы уже начинаются у ЦК, пока БКБ работает, БКБ уже заканчивается. Вот она арена, кстати, между прочим, очень долго она здесь стоит. Подцепили Урсу снова, но уже нет у него. Или есть? Может, дагер получится дать? Нет, не получается. Но есть первый спелл, пытается жить. Продлевает еще станчиком, у Деспрофит большие проблемы, туда еще Эмбер запрыгивает, но тем временем разменивает на МК. Ну, ДП тут размен, явно конечно. Поважнее МК. ДП тут явно поважнее МК, и вновь неплохо. Хотя цепляют, что демона, Урса вынуждена нажать ульт, надо как-то выйти, Элисит аккуратненько. Есть нет, страх. Они хотят дальше, ты смотри, вот они идут, они не отходят. Хорошие, сейчас нет, БКБ нажимает Эмбер Спирит. Все БКБшки просто прожимают, арена стоит, но всем на неё... Бетрайдер погибает, арену потратили, и все еще чейзят. Вот это да. Вот я вот о чем говорю, они, видишь, они идут дальше, они не боятся. Вот. БКБ еще вайпер. Очередное. И никто не отходит, не вспомнит. Поцепили сейчас Эберспирита 4-секундный стан и моментально забирает его ЦК. Еще и отхиливается на крипах. Как же сильно, кстати. Они как будто вот... Ой, дал юл, дал юл в Урсу. И а нет БКБшки ульты. Нету. Есть ульта. Есть ультимейт, но надолго этого не хватит, есть скорее сатаник. Всего.
А, вот сатаник это уже интересно. Хилился с иллюзии. Просто выхилился. Везде кусты, станы. Как же ему выйти-то отсюда? Ну и все, ЦК просто не угрызается, и стан! Просто с феечки забрали его очень легко. Байбек, правда, имеется. Ну, жать не хочется. 95 секунд надо как-то потерпеть команде или сетим. Ну как ты, только если потеряешь сторону, как минимум. Ну минута до Эмбера, да, там под лужу, одной лужи не хватит. Они как-то вот как будто не определились, то ли мы хотим драться с ними на развороте, то ли не хотим. И они вот все бегают, бегают, кто-то отходит, кто-то остался, потом опять стакнулись, подцепили по итогу этого Эмбера, еще в последнюю секунду Юлан сбили Урсе. Знаешь, ощущение у них там, они сидят такие, мы можем? Можем? Ну, да, нет, не можем, какие-то нет, можем. Непонятки, вот то не хотят, то они не хотят. Луна вот уверена, просто шли вперед. Кстати, нет, смотри, спай. Неплохо цепляют сейчас Марса, БКБ у него пока еще нет, должен, скорее всего, здесь умирать. ЦК идет вперед, есть у него БКБ, это интересно. Два, кстати, забирает уже Shadow Demon, он без байбека. Вот она, Урса, запрыгивает на Деспрофит, очень быстро ее сбивает, но нет, пока еще живет, работает Юл. Отходит, но Эмбер пытается ее цеплять. Догнать. Фисты хватит есть, ли урона? Ну будут, ну, фисты, наверное, должен догонит. Подвязать, наверное, да? Скорее всего, догонит, хотя смотри, нажимает на себя сейчас гвоздь. Ой, не угадал Эмбер. Но есть МК еще, который может вижен дать, и духов они видят, так что не уйдет, наверное, отсюда до эра. Ну, сейчас палка какая-нибудь. Нет, не догоняет, просто уходит отсюда сейчас. На МС 518 бежит, ушел. Даже камера, видишь, как камера за ней не поспевает просто. Я не очень понял, зачем два байбека жали. Ну, то есть они же убили Марса, там умрет что-то у демона, ну и ладно. Я дайте уже сторону. Они нажали два байбека, все спокойно ушли, даже ДПшка убежала. И преимущество из 11 тысяч в 19 превратилось. Сторону не подефали при этом. Да, и теперь любая ошибка это... Но есть стоить. Рошан третий. Может быть все ради него. Марса полминуты еще нет. Что начинает бить. Что там, Аганим или Фэш? Вот Аганим Урсе. Вот Аганим Урсе это очень хорошо было бы. Очень много даст. Не будет она так страдать от ЦК. Если БКБ, да, есть БКБ. Слушай, им бы как-то задефать этого Рошана, ведь потому что байбеков-то не имеется. Вот она лосо по Урсе, нужно как-то дэмэдж туда влить. Где сейчас ЦК находится, это главный вопрос. Или хотя бы Рошана забрать. Да, Аеги забрали, у Аегиса Урсы уже не будет. БКБ она прожимает, пытается игры сейчас ЦК. Тем временем там феечку избивает просто Эмбер Спирит. Кончается. Ультимейт. Урса умирает без байбека тем временем. Вот он, Вайпер, гадюка, который пытается убежать, нажимает БКБ, пытается ее сейчас забрать. Арена от МК. Но ЦК вообще ничего не боится, он под БКБ идет, просто ломает лица, умирает уже Вайпер. Также умирает Деспрофит, Эмбера подцепили, здесь его тоже забирают без байбека, да, и это ГГ. Даже файт не закончили. Ну что, Иллисид потеряли свои шансы выйти в верхнюю сетку на этом матче, но есть еще шансы пойти в нижнюю. Для этого нужно побеждать ЕЧ в следующем. Ну как-то они как будто вот не проснулись немножко, вот как-то у них все так нерешительно очень играют эти две игры. Ну, знаешь, вот в моменте, когда они начали сами давить, Урса включилась, то есть они нафармила нужные артефакты. Да, вот были, артефакты. В обеих играх были моменты, когда Иллисид, ну, хорошо прям играют, у них хорошо получаются файты, что-то они там навязывают, забирают какие-то рошанов. Ну, вот в целом по игре какая-то вот как-то неуверенность, что ли. То они бегут, то не бегут. Ну, слушай, ну тут Вайпер, который вот вначале были проблемы у него. Ну, как не бы до конца он... были. Он все равно, конечно, импакт внес, но это не тот вайпер, наверное, на которого они рассчитывали. И, возможно, его именно не хватило, потому что от Эмбера, в принципе, то импакт был. Эмбер очень много делал. Он, ну, как я думаю, до мидгейма он вообще чуть ли не один там играл. С хорошей, отстоял против Бэтрайдера, сделал еще соло-килл. Так, ну, в принципе, более подробно эту игру и весь, собственно, матч разберет уже наша аналитика. Передаем слово ребятам.